Поехали. Запись пошла. Сильно не задерживает. Тем, кто... Блин, я тыкнул показать рекламу вместо начать запись. Прошу прощения. Там пацаны в чатике могут негодовать. Да, это девятая часть трансляции Divinity Original Sin. Проходим без смертей. Сейчас вместе с БСП. Два персонажа. И майкером, и неподключающимся чатом. А, нет, вот заработал. Что, какой? Ну да, есть такое. У нас сегодня масса изменений опять по новой версии. Там как бы много всего интересного. И задевает и оригинальный сайт. Айлояру отдельный привет, он готов уже, если что, нарезать что-нибудь интересное. Как вы видите, мы находимся в локации с близнецами, близнецы повержены, у нас масса всякого лута, и на этой ноте, я думаю, надо к северным воротам и продавать ненужные девайсы. Масса лута? У меня вообще ничего нет. Ну, ты все, что скидывал на идентификацию, оно не потерялось, не переживай, все хорошо. Да, играет два персонажа, Кариночка и Донат. Иначе тебе пишут. Черный большой донат. Опять иконку поменяли. Наверное, я не знаю. Витя уже теперь имеет возможность заливать на прот изменений, поэтому я спать уже спокойно не могу, потому что мне снится, что на Good Game какой-то апдейт появился стрёмный. Поэтому... Ё-моё. Фибоначчи там тебе написал по поводу Deus Ex. Спроси у него. А я не читаю то, что он пишет. А, у тебя... Я тебе не рекомендую. Да-да-да. Ну, к этому быстро привыкаешь. К хорошему быстро привыкаешь. Так, у меня все починит. В конце предыдущей трансляции все починит. Ах ты какой шустрый. Доступ к гиту. Вилл-то залил, поначе. Ты команды знаешь? Я знаю, как гид-клон. Ремоут, репозитори. У нас дальше есть не так много, кстати, выбора. Мы либо идем сейчас к лорду, да, на юго-восток, получается, туда через ловушки в его лорду? Поместье. Ну или как Ты имеешь в виду барон? Барону, да, барону. С женушкой. Можно его замочить, потому что там, кажется, как раз вот наш там 8-9 левел находится. Вот, а после этого останется последний босс, заброшенная церковь, серия файтов, в том числе и с самым главным убер-боссом, с тремя предыдущими боссами. Вроде как нам сейчас к волкам и вот в ту сторону, да, ведь? Или как? А мы можем на пляже чувака завалить, потому что... А, да, мы про него забыли, там есть чекпоинт, действительно. Действительно, лучше... Сейчас, секундочку. Все, вернулся. Давай тогда этого пляжного лодыря запинаем. Он довольно опасен, кстати, не стоит его недооценивать. Угу. Чтобы понять, где он был. Где у нас пляжи вообще? Верхний чекпоинт от руны, ну, в смысле, от элементальных чуваков проще всего бежать. Уединенный пляж. Да. У тебя есть пожелания по заклинаниям? Главное, чтобы ты меня хилял, все. Угу. Что я заблудился? У меня только одного заклинания не хватает, это живая вода, но он на следующий левел и конский дорогой. Могу невидимость взять, не очень дорогая, полезная штука. Угу. И ветер начать... перемен, который снимает статусы окаменения, замедления, оглушения. Угу. Для пати вроде как полезная штука. Если мы начнем с удара по голове ему, да-да-да-да. Интересно или нет? Хорошо. Гранаты все тебе передавать, да? Угу. Ты же у нас... Хотя не факт, что я буду попадать ими, но можешь передавать, да. А, у тебя нет перков все-таки, да? Ясненько. Ладно. Ну и ясно. Ой, вроде как полезные заклинания всем. Ладно, подожду следующего левела.
Снимает штраф при защите. При окружении. Окружение какие штрафы вообще дает? Окружение, кстати, не знаю. Очень часто статус этот висит, а вот по факту я... Я тоже не помню. Не в курсе. Так, навыки, навыки, аэро. Пиром. Сейчас сбегаю еще к коту. Попробую еще заклинание на адепта огненное взять. Да, сегодня, кстати, будет еще апдейт. Витя как раз... Нет, он в чатике. Вместо того, чтобы писать ченджлог за то, что сделано было, он в чатике общается. Ты же другое говорил, Витя. А, безумен. Безумие. Я, наверное, себе следующим перком стальные нервы возьму. О, я даже не знаю, что это за перк. 3% умножается на уровень военное дело ко всем резиста. То есть, если военное дело 5, то 15 ко всем. Хотя, блин, что-то не так много. Ну, если это резисты элементальные, только элементальные. Элементальные все. Ну, тогда это... Это раз... Короче, это догоняется шмотками во втором акте. Так, если плюс шмотки, то... Ну, это тогда будет... Макс поддержал ваш о, канал 1000 рублей пришло, смотри. 1000 рублей. Косарик сейчас послушает. Мне спасибо не показывается, и я не слышу. Спасибо за стримы, тебе говорят. А, понял? Пожалуйста. Пожалуйста. Я возьму дымовую завесу. 70% шанс наложить эффект слепота на два хода. Вот. Все, я становлюсь типа полезным. Ну, хотя... Чуть запас просто... здоровья на 15%. Чи. Блин, не знаю, что выбрать, если честно. Я потихоньку пойду на тихий пляж. Да и... я там уже. А, окей. И к нашему... Он злой, ты ж помнишь. Ну да, я могу его сразу... Подожди, подожди, давай посмотрим... Нокдаун? Да? У него вроде резисты там конские по нокдауну. Я могу попробовать оглушить, хотя... Смотри сначала, что там у него. Ну, тут не пишутся его резисты по силе воли. Видимо, мне нужно знание легенд. Надо еще все-таки вкинуть, да. Да. Кстати, я могу это сделать. Это у нас рукоделие, как выяснилось. А, у меня знание легенд что? На троечку, этого не хватает. А, да. Прикинь? А, нет, какое знание легенд? Или знание легенд? Знание легенд, правильно. Не пишет он, не пишет силу воли у него. А, нет, пишет, я туплю, сори. Четверочка. 60% резистов. Причем и на силу воли, и на крепость тела, то есть... Нам будет его задизейблить довольно... Ну, хотя, если вдвоем кинуть проверку... Не, надо просто сразу туда, куда он побежит в инвиз, кинуть яд и все. Имеет ли смысл сделать дождик сразу же? Там какие самонов будут? Не помнишь? Нет, дождик зачем? Там элементарий. О, у тебя рабовой есть, прикольно. Да? Да. Все еще? Все еще. Позвони мне, позвони. Ради бога. Сможешь? Алло? Это именно рабовой звук? О, все, или... все нормально. Или да, это была, кажется, преамповская хрень, да. Все уже нормально. Итак, этот товарищ, зовут его Радагот. Он отдыхает, как вы видите, нормально проводит время на пенсии. Но раньше он охотился за такими пацанами, как мы. Он с открытыми глазами, кстати. Я готов его мочить с оглушением на счет 3. Раз... Два. Не, ты его нет. Не оглушишь, по-моему. Почему не оглушишь? Вероятность я есть. Я предлагаю кинуть что-нибудь туда, куда он подбежит обычно. То есть вон там кровь, и она тоже оглушалку будет проводить. То есть я либо могу газ кинуть туда, либо огонь, чтобы он не мог уйти никуда в инвиз. Если даже бы ушел, проявился на следующий ход. Я могу его закинуть туда. Вот прям телепортации взять его и закинуть в то место, где будет у тебя яд. Как тебе? Давай, я бы между факелами тогда кинул. Окей, хорошо, на счет 3. Раз, два, три. Да. Между факелами, блин, вот где. Ну вот... он кинул не туда, я че. Начало. Он еще этого петушка показывал, ты видел? Он всегда так делал. Ну вот тут больной.
Но если он побежит, он сейчас это... Сейчас невидимость будет. Ну, посмотрим, куда он побежит. Он на месте остался. Нет, он топает вроде. А я его вижу. Где он? Я его вижу. Ну, где он находится, скажи мне? Он прямо, если твоего персонажа, прямо вот иди. Ясно. И он прям... Прямо... Нет, давай так. Берешь две точки, я и ты, да, для начала. И где он находится относительно нас? Вот какой треугольник нужно построить? Поверни камеру так, чтобы твой персонаж был как бы внизу, и он смотрел наверх. Ну, так и есть. Ну вот, короче, он прямо перед тобой через три шага стоит. Через прямо три шага тобой. Этот яд у меня сразу же. Ну вот он слева от него чуть-чуть. Ну, он чуть он ниже, на грани чем... облака яда. Хорошо, относительно покрывала, где он находится? Ниже покрывала, то есть ближе к тебе. Ага, окей, я понял, где он. Все, да, у меня, кстати, сюда курсор не попадает. Так что это... Странно, что я его вижу. Ну, это... Прям... Это Divinity, меня... ничего странного нет в этом. Он ушел как бы в стелс, но я его вижу. Может, его восприятие? Хотя оно у меня семерку всего лишь. А, зрение у меня. У меня восприятие, семерка тоже. У меня зрение 20. Я какое зрение? Зрение это... тут еще есть? Ничего себе. 18,5. Ну, это расстояние. Да, это другое несколько. Хорошо, нам нужно его все-таки увидеть вместе, да, наверное? А у меня, знаешь, чего-чего не... Ай, лол, я не в бою. А, ну это объясняет, почему ты его видишь. И вот отлично. Не промахнись. Вот, теперь я тоже его вижу. Хорошо, хорошо. Ну, у резистов по воздуху у него как не было, так и нет, поэтому я в него долблю исключительно молниями, с твоего позволения. Поехали. Ой, что по палочкам-то? Вода, вода, кругом вода. Кругом вода. Ладно, пробую я его заморозить. Зачем? Но... Он на огне стоит. Не замораживай. И он горит еще стоит. При этом. Это... Лучше туда что-нибудь ядовитое кинь, либо отходи еще. Я валю, короче, с этого места обреченного. Так. Так, собрался. Донат. О, это наш старый знакомый ник. Так. Давай. А покрывало, интересно, горит или нет? Не-не-не, оно... Ты видишь, вообще не страдает от... Нет, а покрывало, на него нельзя встать, вот в чем проблема. А, нет, я думаю, если ты встанешь, ты будешь гореть, несмотря на то, что внешний вид такой. Так, ну если он побежит вперед, он на тебя выпрется, поэтому я пойду как бы сюда. То есть ты с самонами хочешь посражаться? Понятно. Ясно. Это оглушение? Понятно. О, вот это хорошо. Так, он они не... же не видят ничего. Да. Может, слепоту попробовать было скастовать? Ёпрст. Слепота не действует. У тебя шанс защититься 40% был, но ты справился. Я продолжаю его долбить молнией. Тиски воздушные. Спас бросок, может быть, сработает, будет здорово. Это нам просто, просто держись. Просто держись и все. Сейчас посмотрим, как заморозка. 57% резиста. Мог и вполне реально... Спас бросок прошел. Хорош, главное сейчас... Подержись еще ход, а лучше два. Ой. Блин, такая жесть. Так, маг не догорит, гад. Благословляет скелетом. Ну, песчаного голема. Половина хп уже, да. У него меньше половины. Вот Ник какое-то количество урона, конечно, молодец. Главное сейчас, чтобы я не... Ой, очарование! Что, ГГ, что ли? Не.
Ты типа пошел меня бить. Блин. Твою налево. Сколько времени прошло? Сначала скинь. У тебя спас-бросок сработал, предлагайте валить. Если я успею. Ну, в смысле? Так. Твой ход сейчас будет. Конечно, мой. Сейчас еще два лучника будет стрелять. Яд. Ладно. Не надо. Главное, нет, не надо! Ой, хорошо, тихо, только не надо. Да они уже все, тебя ничем не могут сбить. Да, ты посмотри, как... Ладно, подожди. Тихо. Иногда он мог быть. О-о-о-о! Все. Что, все-то? Невидимость, наверное, вязать надо, да, и валить ты... отсюда? Ты, если не горишь, да. Невидимость, отойди вниз и портнись. Ох, ну да, туда. А сколько нас бежать нужно? Да какая разница, у тебя два хода невидимость. Ты не туда пошел, ну ладно. Ладно, было вниз. Не могу сбежать. Ну, отходи дальше. Не зря инвиз прикупил, согласен. А то я там был в окружении, мог, в общем-то, и словить удар. Так, сейчас мог закончиться третий трай, вот так вот с начала трансляции. Кариночка лечится. У Кариночки есть... Блин, капец. Мне так что-то стрёмно, туда возвращаться. Ладно. Статуи стражи, окей. Статуи стражи. Короче, следующий навык я вкидываю, само пройдет, это точно. Прям вот, прям точно. И тебе, кстати, тоже не помешало бы, потому что оглушение, которое на один ход, оно бы не зароляло, ты бы ходил после того, как... Это ты про что сейчас? Про то, что эффекты на единичку, ну, на один ход меньше действуют. А, само пройдет именно? Да. То есть ты из нокдауна вышел по спас-броску, но при этом на тебя свеженькое оглушение одноходовое накинули. Нет, на два нокдауна подряд накинули. Нет, там еще было оглушение, это один ход пропустил. Оглушение на Ника было. Кажется, на тебе был один ход оглушения. Нет, я тебе говорю, на меня два хода нокдаун был, после первого хода сработал спас-бросок, но на следующем ходу на меня еще один, другой скелет уже наложил нокдаун. Ясно. Тоже на два хода. Ой, блин. Ну а что, этот не агрессивный вроде? Да, он продолжает спать. Но я за спину, вроде он не видит. Он видит только перед собой. Поэтому сейчас тебя хиляем. Ну, плохой план был. Просто надо было сделать так, чтобы я был по другую сторону от Самона. А ты можешь спокойно оттуда уйти. Он не видит. Вот, короче, ты можешь проходить. Да он не агрессивный. Ну окей, ладно. Еще хил. Не тратить тут на спел. Да, блин, ну... Так, ну, какие у нас... Какие идеи? Все точно так же. Я кидаю просто там, где он стоит, прям сразу. Огонь. А, там, где сейчас он стоит? Да. Давай тогда я тоже заряжу в него, чтобы... Я готов, в общем. Только я отойду подальше, как маг. Мне нафиг не нужны вот эти вот лучники, которые сбивают. На счет три готов рубать его. Раз, два, три. Блин, все равно он плотный, трындец. Мне где-то... Ну, он, по крайней мере, горит, поэтому он никуда не уйдет. А че под зонтиком ничего нет? Ну, это видишь, магия. Опа. Ну, ёпрсоте. Да. А, вот он. Проклятие действует хорошо. Ну, ходок вообще. А, и вот он
бежал. Надо, короче, надо проуешить там, где он стоит, чтобы он снова на лист не ушел. А он вроде не собирается, нет? В смысле, но после этого хода он может уйти в инвиз. У него горение действует, как он уйдет в инвиз? Ну, стоять на месте будет. То есть начало же хода будет, он ушел в инвиз в начале хода и все. Потому что урон от горения будет либо когда он пойдет, либо когда следующий ход наступит. О, видишь, работает все-таки. Ну я долблю просто по нему, получается, да? Все воздухом. Так, я, наверное, Ника пока не буду вызывать. Лучше вызови, он много всего, много контроля поглотил именно в себя, Ник, хорошо. К лучникам, чтобы они либо отступали, либо меняли оружие на ближнего боя. И поменьше у них выстрелов будет. Блин, тяжело, конечно. А им вообще пофиг. Хорошо, нокдаун не подействовал на этот раз. Ну там 41%, на самом деле у тебя резисты хорошие. Вот, видишь, Ник принял на себя ядовитую стрелу. А, ну понятно, ха, да. Другой скастовал. Но он все еще горит. Оглушенный и горит. Должен проявиться теоретически сейчас. 5 ходов невидимость такой. О, вообще найс. А. Да, непростой товарищ. Причем они 6 левела, понимаешь? Это же... А мы 8. Проявился. Можешь продолжать его бить. Лучше еще поджечь. Еще что-нибудь сделать. Я могу его подвести ближе к тебе, например. Ну и ближе к себе подкинуть. Но это дорого будет стоить. Да, лучше его ешить, потому что там все кучи стоят. У него резист против огня 100%. То есть его... А уешить огнем это... Ну, ни о чем просто. Ну, а других? А другие-то тебе зачем сейчас? Надо от него избавиться. Короче, делаю хасту, во-первых. Надо, чтобы он просто в инвиз не ушел, я вот почему. Ну, горение пока работает. Может, у него откатилось уже. Горение у него пока работает. Я могу... Блин, что же мне делать? Я могу бросить его в огонь, например. Дробящий урон. Ну да, слева от Ника куда-нибудь. Окей, давай так и сделаем. Чтобы и урон, и... Пусть он там проявляется. Спасибо, забавчик. Я воодушевлен. Так, а я могу вообще туда ворваться? Попытаться? Это хорошая идея вроде как. Тем более, что можно двух контролеров. Ты, во-первых, от двух милишников избавишься. Да. Да, но никто что-то не пострадал. Не получилось. Не, но с другой стороны, ты себя обезопасил от двух милишников, которые к тебе подошли. Ай-яй-яй-яй. Только не нокдаун. Замедление. Оглушение. Хорошо. Слушай, тебе везет. У тебя 40% всего резиста было. Надо удачу вкачивать. Так, ну это фигня. Он даже ударить не успеет, скорее всего, да. Ну и голем большой тоже, скорее всего, не дойдет. Стоять. Ничего себе, он быстрый. Ой, там они... Хорошо. Ой. Ой. Ай, ай. Ладно, надо его... Ой, я там сейчас ауешну так здорово. К черту Ника. Так, ну мне надо, наверное, подходить, к сожалению. Иначе я не достаю.
Мне вкидывать туда АУЕ молнию или не рисковать с тобой? Нет, я оглушусь тогда и все, и минус весь дамаг мой. Окружение только снижает уровень защиты и все. Ну, всего лишь. Минус 10. А если я с палочки буду стрелять воздушный, может достать до тебя? Ну, вообще я стою вроде в крови. Поэтому, скорее всего, да, может достать. Лучше не надо. Ладно, я тогда попробую на него контроля добавить пока что в этот ход. А, классно, он горел, я его охладил. Такой мозг вообще. Мозг, которого зато нет. Зато контроля добавил. Да. Ну, сейчас под охлаждением, может, даст его и замедлить. А под замедлением можно еще заморозить. Да, да. Как у тебя с... О, а, нет, это слепота. Это куда слепота будет? Создает дымовую, слепота это на тебя тоже пойдет. А, я не знаю вообще, что делать. Могу с ближним, например, или пострелять по одному из лучников, который вообще на ладан дышит. Правый, ну, убить его просто. Убить его? Убью его тогда. Раз представляется такая возможность, почему бы одного не забрать? С богом. Ой, это по мне. О, хорошо. Но дамаг, конечно, конский. А, ты оглушен? Да. Так, кажись, пора валить опять. Ну, стоять. Ты можешь чуть подальше отойти просто. Ник, как ты мог вообще? Блин. Так, ладно, а что делать? Что делать, скажи мне. Я могу... Ты можешь на меня кинуть хил и отойти сам. Чуть-чуть. Могу кинуть хил. То есть так, чтобы твоя проблема была только этот милишник и все. Да милишник-то, я думаю, не проблема. Вообще. При желании я от него избавлюсь. Ладно, да, давай лучше сейвово. Ты там, если живешь, то хорошо, живи. А я буду отступать. Ну, держаться, в общем, на какой-то дистанции. Не хочу помирать. Пусть там Ника лучше отпустит, да? Очарование один ход. Пусть там ты один ход перетерпишь каким-то макаром, и тогда уже я подойду. Потому что если вы вдвоем будете там... Ну. Так, с тебя спало вроде оглушение. Проклятием. Оглушение спадет вот после этого. Слепота не действует отлично. А, ну... Копи ходы, лечись. Под ним нет крови, я могу молнией в него стрелять. Уже под ним нет крови. Ну давай. Угу. Бом-бом. Пострелять могу. Чуть-чуть. Один ход. Ник вернулся, кстати. Да ёпарасете! А у тебя есть вертушка? Ты можешь сейчас повертеться? Он может стоять все еще там. А я хожу после тебя только. Не, почему ты сейчас ходишь, вроде нет? Нет, это портретик такой. Ясно. То есть я научился уже это просчитывать. Точно? А, да. Да. Где он? Алфик теперь знает. Придется тебе дождь вставать. А дождь проявляет разве? Дождь показывает, где влага применилась, и можно понять, где это. Он не везде лужи дает. Если ты про это. Да не лужи. Сейчас, погоди, камеру от этого. Там над всеми появляется слово влага. А, да ты абузер, я смотрю. Ладно, попробуем. Вон слева у мага он. Да, ну а что мне с ним делать-то вообще? АУЕшная, неогненная гренку можно попробовать кинуть. Попробуй. Да, только сложно это все. Далеко и навыков нужных нет. Ладно, попробуем. Не промахнись. Дай. Был близок.
Слава богу. А ты можешь подойти сейчас к тому месту и ауешнуть? Или гренку кинуть тоже какую-нибудь проявляющую? Да, выцеливай сейчас БСП-гранатку. Сейчас смотрим. Я боюсь, он попадет в этот. Вообще не туда. Так. Так. Там вообще дамага никакого. Видишь, у него ХП... Ну, кот наплакал. Любой хрени... Налево. Может, ты выпьешь пару бутыльков? Как ты относишься к паре хороших бутыльков? Только на 30... один хватит. Ну, давай самый большой, что есть, пей. О, хорошо. О! Да ладно, тебе еще на что-то хватает? Хорош! А зачем ты бутылек выпил? Извини меня тогда. Мало ли, вдруг я промахнулся бы. Ну, после этого бы выпил бутылек. Или у тебя эта способность все очки действия сразу тратит. Все, ребят, все нормально. Осталось два бота. Мы же сейфово играем. Конечно, конечно, все правильно сделано. Вот этот тоже сейфово играет, очевидно. Добро. Блин, а могли гуфнуться на этом красавце? Да, он и в первое прохождение, насколько я помню, нас тут унижал. Мы еще были молодые, неопытные, и... Но там были сейвы. Что было попроще. У тебя голос был такой, немножко с паническими нотками, крик. А вроде убивать вырывался. А, он, все, хозяина нет. Грусть, печаль. Если хозяина нет. Так, старым дедовским способом заковыряем его. Жалко, луком никто не пользуется. И старый медный амулет. Кружка пива, куча одежды, неплохой балахон. Амулет. Амулет у меня вообще нет. А здесь сила и очки здоровья. У тебя есть какой-то амулет? Сила, очки здоровья. Да. Скинул тебе. Посмотри, пойдет, не пойдет. Вообще никакого амулета нет. Ну тогда да, все, бери. Вообще хорошо бы и амулет, и, наконец, ремешок купить какой-нибудь. А то ходить на серьезных пацанов в пахучих трусах — это не очень хороший выход. Так и убить могут. А, разобрались. Разобрались с Радаготом, или как его там. И можно идти к волкам. True story, бро. Бессердечность. Неправильно я выбрал, наверное, надо было это. Да, там неважно. Что? Some may call me heartless. I'd suggest I know how to make difficult decisions for. Heartless, you may. Ничего не дали. Угу. Жаль. Я пойду к. Слушай, может, к этой тетке сходить? У нее наверняка есть... Не, мы должны же как-то открыть тут проход какой-то, нет? Или да, там потом? Квесты. Да это потом. Это же переход в новую локацию, нет? Или... Или нет? А, это по основному квесту. Кажись. Это к озеру, где там рыбы там. Ой, какие рыбы. Давай ты будешь квестами заниматься. А, вот так вот, да? Да, потому что у меня память вообще никакая. Я лучше пойду себе пояс куплю. Пояс, да, амулет. Надеюсь, есть что-то толковое. Кстати, как у тебя с деньгами? Нормально. Ну, вся там... как. Такие вопросы с деньгами не задают обычно.
Ну так это, что там? Не очень у меня с деньгами. Ты куда вообще? А, я шопиться пошел. Понял. Шопиться без денег. Ну скажешь, как там часть будет не хватать вдруг. Есть амуль, но не очень. И пояс. Кажется, я на этом левеле уже к ней приходил. К сожалению, у нее ничего толкового нет для меня. Так что скипаем. Скипаем, скипаем и еще раз скипаем. Нет, остальные, конечно, есть получше, но не стоят они потраченных средств. Я к волкам пойду потихоньку, побегу. Ты можешь через какое-то время, есть еще, наверное, да, минута, я пока я добегу. Как минимум. Это пока поторгую. Грибы есть? Сейчас посмотрим. Я последнюю порцию грибов тебе сдал не так давно. Их было 9 штук. Кажется, в пещерах там рассадники были. Есть медузник, тоже гриб, но он, кажется, тебе особо не поможет. Тебе же белые грибы нужны, да? Не мухоморы, не всякая лабуда. Но медузник это он зелье резиста к воздуху, по-моему, дает. А как же геноцид, говорит Беллар? Геноцид должен быть ближе к концу первого акта. То есть нам же все-таки кому-то нужно сдавать... Слушай, это неплохая идея. Потому что нам же дефолтные вендоры не нужны. Ну почему? Я у них закупаю всякую дичь. Да? Точно? Вот прям тебе действительно... О, я у собаки уже. К сожалению, не поговорить без таланта, но... То есть пока деньги у нас, денег хватает, я не вижу смысла. Тем более, вот вендорка еды вообще четкая, у нее можно кучу жратвы купить за дешево просто, абсолютно. Если я сейчас еще возьму перк на увеличение, за 100 голды купил у них ее весь ассортимент, вообще весь. Это дофига, кстати. Если взять еще перк, который, ну, как он называется, гурман, по-моему, усиливает действие пищи в 2 раза. Слушай, я могу сейчас ворваться, сражаться, но боюсь, что мы варга потеряем. Хотя я не уверен, что он нам, в принципе, нужен, учитывая... Короче, забей, не важно. Мы можем говорить, я могу с тобой тебе присоединиться. Не надо пока. Ничего не делай, все хорошо. Я справлюсь, тебе экспа придет. Сомнительно как-то. В смысле сомнительно? Что сомнительно? Там старый черный волк уже... Здоровье у него очень не очень. Варга, не беги! И он по огню, Жалко собачку. У меня 2 на уровне, блин. О, я пойду книжку. Возьму какую-нибудь. По военному делу. Ты гад. А волки быстрые, кстати. Но слабенькие. Это от одного волка пришло? Не с одного. Там парочка гуфнулась. Бам-бам-бам. Варга пожертвовал, чтобы фаербол зашел. Ну да, он выполнил свою роль, естественно. Какую там. Но жалко, что так произошло все-таки. Мог и не ввязываться. Что там, шопишься, да? Так, нужно адепт. Насмешка, это ни о чем. Мне нравится она. Книжки все те же самые, да.
сильно. Так, глушаны смотрят на захода. Да, это бывает. Ну, была окей. Кровь, был выстрел из посоха в воздухе. Слово за слово, да. Да, но я могу умереть, кстати. Я могу прийти, кстати. Да, пожалуй, стоит. Прямо сейчас. И добей этих тварей. Ладно, я бы сам справился. Он догорел. Нет, я не справился бы, скорее всего. Я два укуса бы уже не переживал. Где-то по 45, по 50. Ты ответственно готовишься к этому серому волку, который ваншотается. Давай, повали его сначала. А, хорош. Эх. Там наверху Лутецкий должен быть. Собирай тут. Вон, белый гриб тебе, пожалуйста. Кишки еще соберу. Малахит. О, палочка. Палочка, это хорошо. Опа. Добро. Добро. Так, ну теперь осталось два места. Хотя нет, три, если там по квесту ты хочешь к паучихе пойти. Куда ты хочешь пойти? В конец времен сначала я бы сходил. А что там делать? Внешность менять собираешься? И это тоже, но вообще мы можем, по-моему, там уже открыть кого-то. По Верндерам. Окей, ну, мне, правда, никто там не нужен особо. Учитывая... Я бы посмотрел книжки другие на адепта, потому что мне мои не устраивают текущие. Давай, в конец времен тогда, раз так хочется. Воскреси Варгу, Варгу, живи. Что он сказал там? Я единичками, как обычно, реагировал на все его попытки донести мысль. Ну он типа, ну смотри, это зал героев, бла-бла-бла. Да-да-да, тут как... Я могу, наверное, тоже портретик поменять, потому что... Нет, это не здесь меняется. А, это где нанимаем мы наших NPC. А больше всего... Может, с ним поговорить надо здесь? Наверное, надо сначала поговорить с этой экипицей. Она же здесь сидит. Искусительница. В пещере магички мы не были, кажется. Так, а вот это уже... Та-та-та-та-та-та. Наш дом. Теперь поехали менять, конечно. А там просто, да, это делается? Куда нужно? Да. За ширму, ты говорил? Или... Нет, за зеркало. Зеркало, зеркало, зеркало. Зеркало, зеркало, зеркало. А, ничего себе, там реально зеркало у тебя стоит. А если у меня зеркала нет дома? Или мне к твоему зеркалу нужно? Давай попробуем к твоему. Я думал, что у каждого в покоях зеркало стоит, а нет. Не могу. В смысле? Только одно зеркало я вижу. Мое. Твое. Так что там быстрее марафет наводи. Да-да-да, сейчас быстро. What am I doing? This isn't my chest, and I know it. Да. Ты лазишь там где-то что-то? Не-не-не, ты скорее выходи из зеркала. Выходи из зеркала? Ладно, я не буду менять портрет, меня устраивает моя внешность. БСП дольше ждать. Хотя, блин, я без него из конца времен даже уйти не смогу. Так точно. А, тут пол, кстати, можно менять, лол. Вот это. Это интереснее.
пропал человек. Вот БСП давать зеркало, он все. Начинается. Ну, плоды доната должны же какие-то быть. Пообщайтесь с чатиком пока. Да, да. Саурон, привет, инпост, Леранг. У-ту-ту-та-та. Это никнейм. Да, вы могли вообще гуфнуться, а сейчас он занимается внешностью. Так, могу ли я уйти, например, какой-нибудь открыть портальчик? Может быть, кстати, и вряд ли. У нас же кровавиков больше не было. Понятно. Опять те замечательные названия. Цвета волос. Полуночный кристалл и серебряный рассвет. Прикольно. Дымовой завесы. Механика очень похожа на светлячка. Да там же изи, иди сам без БСП. Да я с удовольствием, но я не могу уйти, пока он не подойдет. Вот в чем дело. Я не боюсь испытаний, которые будут дальше. Просто БСП, давай реально побыстрее. Мы ждем. Не только я жду, но и я пацаны готов, ждут. К сожалению, имя менять нельзя. Отлично. Так, хорошо. К лорду или к... В смысле, к барону или к финальному? Конечно же, к барону нужно. Развалины виллы нам нужны, получается. Развалины виллы. Развалины виллы. Я, правда, не помню, что там за левелы. А, короче, так. Давай тогда... Как тут готовить? Что готовить? Я понимаю, что череда вопросов странная. А, ты девочка, да, уже? БСП девочка. Ха-ха! Вот так вот. Смешные шутки. Поперли. Да. Я, пожалуй, пропущу. Окей. Седьмой левел. Я могу попробовать посражаться с ними. Почему нет? Я могу обойти их сзади, и они в ловушку попадут. Вот это да, вот это очень крутой план. Ну ты сделай так, чтобы они оглянулись посмотреть. Не оглянулся ли я? Да. Ну, короче, я начинаю квен. Для чего? Инициируем. Инициируем. Давай на себя, раз. Я могу ворваться по трем, если хочешь. Да нет, просто... Ну, давай, интересней. Ну, вырывайся, ну, давай. Ну, падает один. Двое упали, кстати. Двое. Нокдаун. Ладно. Работаем. А разве у тебя дамаг по тому, кто нокдаун, не больше? Больше, ты прав. Забыл я про это дело. Что у них там по резистам всяким? Все маленькое, огонь хуже всего. Ну, яд, естественно... Ну, не естественно, скорее всего, яд хороший. А так-то... Не должны вообще представлять серьезные угрозы. Вот дальше будет интереснее. Там же, помнишь, массовочка хорошая. Ой, класс. Мы сюда приходили уже... Повыше левелом, насколько я помню. Поэтому... В этот раз будет сложнее с лордом командующим. Какой серьезный колдун. Хиляйся, друг, лучше. Эх, а мог похиляться. Ты. Они все битые. Серьезно? Да. Ну, кроме одного.
То есть ты двоих можешь в один полчаса убить. Ну ладно, убью тогда, даже, раз могу. Даже троих, наверное. Могу. А там цель слишком далеко, извините. Угу. Можешь его портнуть тогда. Это дорогая штука. Очень. Я, может, оглушу его. Не оглушу. Хил. Ну ты выстоишь этот ход. Они в принципе не смогут нанести столько урона. Это вообще не. А этот 2-3 удара сделает. И на этом будет таков. Раз. Наверное, не стоит эту штуку юзать. Понять. Поешь лучше. No. Ладно, хорошо. You gotta pay for that. Не, да что, я же. Я подойду, так. Поддержу тебя морально. О, там водичка. Mm-hmm. Один удар ты выстоишь. О, даже так. Ага. И тут я такой пытыч-пытыч врываюсь. Хопа, неожиданно. И тут этого огнем пыщ. Тот оглушен. Welcome. Поджечь огонь, затушить, чтобы был пар, ударить молнией. Да, можно так сделать. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, ключ к сундуку будет в лаве. Один. А, в лаве. Один в лаве, один у него, кажется. Угу, один наверху, один в лаве. Ладно, в лаве я тогда вытащу сундук от телепортации. Да, там же можно так сделать, да. Правильно? Телепортация завершена. А там сундука как такового нет. Там бочки. В них, что ли? В бочках? Ну, ты тап на... Ой, альт нажми, увидишь. А, там ключ, а не этот. Я понял, подождем твою маму. Как сам? Что нового? А, ты сменил пол. Не, у меня кулдаун просто на телепортацию. А, я могу использовать. Не, меня кидать туда не надо. Точно? Точно, я умру сразу, не успею ключ подобрать. Сейчас, секунду. Не надо, не надо, не надо. Пойду пока полутаю что-нибудь. Вряд ли ты ключ сможешь телепортировать. Ключ как таковой не объект. Да. А как ты его в прошлый раз брал? У меня левитация же у ассасина. То есть тебе надо свиток парения какой-нибудь взять и... Свиток парения — это как-то очень-очень странно. Пойдем убьем его пофиг. Ладно, давай. Ребят, не удалось, извините. Вообще у него 502 хп. Поэтому можно и просто... А, думаете, телекинезом я смогу его оттуда вытащить? Вроде как с единичкой телекинеза... У меня ноль телекинеза. Да, дождичком лава не тушится, к сожалению. Итак, у нас здесь находится костяной барон Мортарик. Выманивай их сюда, как в прошлый раз. По огню у них все плохо. Но есть дудочник. Пегги the Piper. Я могу... Ё-моё. Мне сразу... Просто выманивай и отходишь сюда, пусть они спускаются вниз, внизу принимаем. Ну хорошо, давай попробуем. Пыщ! Я побежал, побежал, побежал. Нет, не побежал. Да, у той мадамы аура повышенной инициативы. И это да, может... надо будет ее. Понятно. Не надо. Чё, хорошо. Ну все, уходим. Надеюсь, страх не действует. Найс. А ты все равно убежал.
от страха. Ну вот непонятно в какую сторону. За правую, за правую ворот. Да. Все, я тоже в бою. Ну, ждем. У меня есть фаербольчик. Я коплю ходы, наверное. Да, да. Надо, чтобы они скучковались, а потом туда лепить. Каменная броня. Сколько ходов благословения обычно? Три. На 5. Два хода. На два? Они два хода будут спускаться только оттуда. Главное, чтобы, видишь, у лучников не было возможности стрелять, да, сверху. Они не смогут. Ну вот и хорошо. То есть я, как они подойдут сюда, еще и Ника вызову, как раз ходы накопятся. Это очень самому хорошо. Пока стоять, рано стоять. Туда. Какой он шустрый, капец. Может, я смогу пробить уже. Главное, вот эта леди Анна. О, отлично. О, вообще замечательно. Я, короче, по ней неплохое работаю. Никто не устоит перед бароном, потому что я пока буду стоять здесь один. Отлично, он воодушевление сделал просто. Все убежали, воодушевление на это. Так, ну я бы светлячка туда зафигарил. Ну фигарь, я все равно туда не пойду. Окей. Там прям хорошо должно. А чего так? Ладно, давай-ка. Так, все-таки. А, у нее невосприимчивость к физурону еще есть. Угу. Но это от вот этого дудочника. Но дудочник сменит сейчас, по-моему, ауру. Да. Но не... Нет, у нее, в принципе, аура невосприимчивости к физурону, судя по всему. Ладно, короче, леди Анну в первую очередь. А дальше остальные подтянутся. Даже на босс, типа, и, да, вообще не действуют такие вещи на нее. Надеюсь, ладно, ты не физурон собираешься в нее внести? Не, я хочу Ника засумонить, но я не знаю, где лучше его. Давай просто, наверное, здесь. Не, жду, да-да-да, поближе, чтобы он... Главное, чтобы они не разбегались на следующий ход, и будет ок. Может, она даже Ника начнет бить. Это было бы неплохо. А вот это отличный ход, я считаю. Все. Правда, как этот упырь видит? А, он видит того, кого должен видеть вообще. Молодец. Найс. Под фаербольчик встают, пацаны. Давайте, давайте. Вот шустрые. Опять панику, ядовитый панику. Жалко. Привет, Джерри. Спасибо за тортик. Так, наверное, болезнь на Анну сработает. Ну, не знаю, надо посмотреть, что в консольке будет писать сам. Какая разница, все равно его с физическим уроном. Да, да, а на мага не хочется тратиться. Нет. Ну, кстати, проходит немножко дамаг все равно. Я отойду, наверное, немножко, если ты хочешь туда это. Да-да-да, лучше Ника прибереги. Там железная защита, вот в чем фишка. Мы ее в прошлый раз пауком убили. Так она же далеко, нет? Далеко. Ну и не должна действовать. Она все равно дает. Что это было еще разок? Окаменение. А, не сработало, хорошо. Ну, значит, пока ее убивать не получится. Но... Ой. Вот ну, ходик все. Пока ходик. А чего я так поздно хожу? Потому что аура повышена инициатива. Хорошо. Не себя хильнул? Нет, не себя. Успокойся. Ой-ой-ой. Не знаю, что это было, но... Да-да-да. Скрестим пальцы. Фух. Отлично. Так, один догорел, второй тоже сейчас догорит. А, я могу фаерболом вместе с тобой разморожить, да, тебя. Да, давай. Главное, попади. Да, я не промахнусь. Леди Анна умерла уже. Прицел выполнил. Так, ну ребята. What the? Да горит. Не переживай. Нам нужно дождаться барона, потому что вряд ли стоит лезть
к нему наверх. Забей на тех, кто рядом с тобой, они умерли уже, считай. То есть смысла что-то делать с ними нет никакого. Я хочу отойти. А, ну по огню тоже не хочу особо это бодаться. Ладно, я коплю ходы пока. А, ну вот тем более есть ник. Хорош. Ну хотя, да ладно. А если мы зайдем, мы взорвемся вместе с ним? Ник взорвется точно. Но это... все равно ХП ни о чем. Ну он все равно умрет, лучше не ходи тогда им вообще. Пусть он будет как цель для одного удара. Для врагов. Видишь, как хорошо. Хоть действие он потратил. Ходы потратил. Да. На того, у кого 60 хп осталось, диспел. Ну, Таишечка. Не всегда она отрабатывает как надо. Сейчас раз-два умирают. Потом мы ходим с тобой. Ну, точнее, я, потом барон, потом ты. А этот не догорел. Да, но у него побольше хп просто. Ладно. А у барона можешь тоже подходить? Огонь. Я хочу сюда воду кинуть, чтобы затушить, во-первых. Ну, так он же к нам все равно пойдет, какая разница? Пусть по огню идет. Ну ок. Но мне пока тогда делать особо нечего. Ну, он подойдет и тебе будет что делать. Я в следующий ход, например, могу либо тебя дропнуть, либо его дропнуть куда-нибудь поближе к тебе. То есть задача, чтобы он желательно стоял на огне, а ты не стоял, и все. Кстати, рассмотри еще вариант изучения чародейства. На него особо не нужно много инты, а там будут неплохие бафы, типа 30% на урон. Сила. Это ты хлебушка объелся? Почему-то она нивелировала действие ветчины, но ладно. Так, горение не действует, нафиг. Злой он. Как он пробежал. Отлично прогулялся вообще. Просто. 40, говорят. А кажется, он там скалируется от инты. Я ориентируюсь на то, что у него интеллекта мало. Хотя могу ошибаться. 40 это что? Да, вот на 50 нужно... Инты 8. Ну, короче, если ты возьмешь чародейство, да-да-да, ты можешь просто быть таким слабеньким, но полезным магом для себя. То есть ты можешь бафнуть себе урон на 30%. А сколько очков действия тратит баф? Ну, 3, кажется, или что-то в этом роде, или 4. Но он действует 3 хода, и он, как правило, нужен исключительно тебе, этот баф. Ну да. Поэтому... Я не знаю, стакается ли он со стойкой силы, вот чем. По-моему, стакается, кстати, потому что ты на ассасина мне тогда вешал. Давай его сюда да, перемещу. Да, там шанс еще наложить, видишь, есть. Нет, нету шанс. Нету? Нет, он стабильно накладывается, какой шанс. Это если у тебя высокая инта. Это вот как я воодушевление ассасина пытался делать. У меня там был шанс только 80% наложить. Mm-hmm. Окей, ну тогда просто посмотри по книге, что необходимо для этого, и все. Так, ладно, поехали. Начнем с этого, потому что он точно минус. Раз. Нормально. Что, два будет раз? Опа. Нет, второй удар у меня практически всегда мисс. Не знаю, для чего. На, еще три. А, оппортунист? Что-то он к Кариночке лезет. Неопытный. Не знаю, я хотел сначала замаксить военное дело, а потом уже смотреть, до чего. Просто не обязательно брать, просто посмотри как опцию и все. Что для этого, ё-моё, повыпадало. Может, оно и не стоит. Просто надо оценить. Жила изношенная, свиток регенерации. Так, 5 хил. Так, окей. Значит, наручи смотрим. Кузнечное дело взлом. Кузнечное дело тебе скидываю. Шлемак тяжелый, шлемак, может понравится.
Очки здоровья и не ломается. Отправил. Отправим. Дубинка одноручная не нужна тебе. И, в общем-то, все на этом. Ну, шлемак, конечно, неплохой, но у меня дает инициативу восприятия мой текущий. Мне как бы и то, и другое. Ладно, пока оставлю себя, посмотрим. Я пойду сундучок открою тут. Ты пока здесь долутай. Крабанович говорит, есть мнение, что увеличение объема молочных желез у доната не гарантирует его, точнее уже ее рост и полезность. Но с точки зрения эстетики так, так гораздо лучше. Так что твои метаморфозы половые, они встречены хорошо. Я рад. Аудитории. Тут мантия есть. Мантия не очень. Нет, она, как правило, не очень. А, еще амуль есть. Ты мне амуль скинул, что ли? Да. Че ж ты молчишь-то, а? Обаяние, очки здоровья. Я, короче, беру амуль, потому что у меня нет амуля. Извини. А, и тебе он еще силы, кажется, добавляет. Так, хорошо. Значит, довольно лихо разобрались с бароном. И остается у нас собор. Ну и основной квест. Учитывая то, что БСП по основному квесту, судя по всему, не, никуда ничего. Не, барона этого нам точно рано. Мы приходили туда, убивали его 10-м, он сам 9-й. Но там же до него еще пройти можно, помнишь? Големы всякие, призраки, много экспы. Копаем могилки, сундуки, взрывы. Ну как хочешь, мы можем либо туда пойти. Либо к паучихе, либо к барону. Я не помню, какого левела паучиха просто. Да я думаю, нам сейчас уже все по силам. Что до финалочки, все по силам. Ладно, я пока тоже в город, тоже попродаюсь. Привет, Скелетон Кинг. Так. Assure me, dear Septimus, that you haven't been fighting those awful orcs. I can't bear to it. The hunter returns. Так. Что там у нас по квесту? Rather than sleuth. Ну вот это к тебе вопрос. Угу. Без понятия, что там по квесту. Ты же разбираешься. Мы можем сходить на пиратов. Там так. И паучиха, и пираты рядом. Давай. Вариант. Сходим. Там ловушек дофига, если помнишь еще. Поэтому надо проверить, что у нас свитков хватает. У меня всего лишь два, я бы еще взял. Ну, возьми и на меня тоже. А у тебя сколько? У меня один. Угу. Как раз только один. Четыре свитка, наверное, нам хватит. Так, несло пока два, что? Ты что там делаешь вообще? Да я готов. А что делал? Купил себе ремень. Вместо трусов. Наконец-то. Взаимозаменяемые айтемки, конечно. Все уходят, Витя остается. Да-да-да, я почему-то тоже школу вспомнил. Хорошо, куда бежим?
Расскажи. Ты можешь идти в пещеру к пиратам пока что. А, то есть ты откроешь, да? Подожди, а нам не нужно разве проход сначала открыть? Какой? А, между двух факелов, рядом с... Так это в пещеру, другую пещеру. А пещера... факелов там... А пещера пиратов это какой чекпоинт, ты помнишь? Это там, где орки. Я понимаю. Там пляж. То есть проще из города добежать. А, не-не-не, там бухта же, господи. Бухта. Заброшенная гавань, может? Может быть. Но я не могу без тебя уйти. Без тебя. Заброшенная гавань. Не могу, ты занят разговором. Да, сейчас, погоди секунду. Тут интересные темы. Ты хочешь меня портнуть, что ли? Нет, я рассматривал разные варианты ускорения диалогов. Это не заброшенные фермы. В смысле, не то, что нам нужно. Что это такое? А ты, Грана? Серьезно? Не, я не знаю, а что нужно? This woman is under my protection. To harm her is to be harmed. Просто ты хочешь убить торговца. Я? Да, ты предложил убить торговца. Что? Я тебе сказал, что давай не будем убивать торговца. Не будем, конечно. Но у меня очарование 4. Ну, я пофиг, я буду камень просто жать все время. Хорошо, ладно, давай, поехали. Ой, черт, подожди. Давай, я думал, что мне... Давай камень. Извини. Торговец нам пригодится. Окей. Да, мы не ссорьтесь. Да, у... она... Короче, она в таком же платье, что и я пришла. Это самое мерзкое, что нет, можно... Плачь, у тебя просто мини-юбка в виде ремня. И тут как бы две бумаги в конце выходят. Такой БСП нет. Ладно. Прагматизм, исполнительность. А, окей. Ты готов дальше идти? Да, сейчас как раз новые ботиночки. Может, это Черная бухта вообще? Мне кажется, это Черная бухта. Черная бухта там, где Ник был. А, нет. А там, где Ник был, это где? Интересно. Такие ботинки? Заброшенная гавань, там, где Ник. Ботинки у меня на здоровье 11 и воровство единичек. Ну, здоровье, короче, 11. На, тебе мои ботинки. Я не хочу за тобой донашивать ботинки. У меня должно быть несколько пар сапожек. Все, беру, ладно. Ты хоть помыл их, почистил перед тем, как мне отдавать. Я пол сменил перед тем, как отдавать. Значит, на. Ты идешь? Да-да. Да, это, конечно, здорово, только все равно на тебя пирамидкой прыгнул. Ну, я хоть тебя проучил на пару ходов. Так у нас ключ есть от этой хрени? У нас же нет ключа. Или ты куда собираешься? К пиратам. Ну, веди меня к пиратам. Так не дальше. Сам веди себя к пиратам. В этом понял все. Пом-пом-пом. Пом-пом-пом. Да, там же крабы. Там же дикие крабы, сундуки, которые по 150 в каждый ход 400-450 могут снести. Сколько хп? 717. 717. Нормально. Да. Нормально. А у тебя сколько, раз ты танк там? 736. О, ну все, респект. Так, помню, что здесь есть ловушка, во-первых. Я, конечно, могу с восприятием ее попытаться заметить. Но лучше ее сразу же обезвредить. Она рядом с сундуком. Вот вторая рядом. Еще. Я попытаюсь обезвредить ее. О, а так можно? Ничего себе. Очевидно, да. Лол. Ну ладно, я потихонечку к крабу так, пошел. Помнишь, что сундука можно опрокинуть? Ты можешь сундук сразу к нам портнуть, и я буду по нему это работать. Прям сразу сундук?
Секунду, он сейчас увидит все. Прям к нам? Прям сразу, да? Ну, возможно, да. Ну, пошло уже. Он первый ходит. И крабы пошли. Ё-моё. Да ладно, слабенько. Ну хорошо. Так, Ника вызывать? Ника вызывать. Клац-клац. У тебя тоже клац-клац-клац? Mm-hmm. Крабы делают. А что она говорит к Нику? Что-то про серенаду, наверное. Я не знаю. Ты забыл, что я не говорю по-английски? Да. Так, ну и давайте что-нибудь выпьем на... Что-нибудь выпьем на... Так. Это все отдал. То есть зелье мне лень тратить. Ты мне все отдал? У меня один бутылек лечения. Ты все пьешь, 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 пьешь. Короче, я не могу бить этого. Потому что... А, у него сила воли никакая вообще. Я могу контролить сундук. Очаровать. Ну... А, ты же не чародей. Я могу его оглушить, например. Изи. Изи. Понимаешь? Изи оглушаю, работаю по крабам. Понимаешь? Угу. Вот так вот. Так вот и живем. Кстати, в реальности вообще не употребляю алкоголь. Иронично. Все? Ну, отходи немножко. А зачем? Хорошо. Фига себе, он может что. И он у них монахом работает. Короче, ты сундук вместе с Ником бей, да. А я крабиков пожарю. Это несложно. Наверное. Поищи. Как-то так. Короче, Крабинович, который там саппортил, говорит, что вдохновившись новым образом доната, я уж хотел перечислить некоторую сумму, но стрим настолько интересный, что я просто не могу от него оторваться, mm-hmm. чтобы приготовить себе ужин. Вместо доната пришлось заказать огромную пиццу. Представляешь, какой он молодец. Пицца? Да. Мы сегодня, кстати, тоже пиццу заказали, в офисе кушали. В офисе. Гавы какие. Да. Эй. Не-не-не. Ой. Это краб вар. Это рога. Похоже. Это не определился еще в своей роли. Так. Набоксировал, Ник. Дай! А, он догорел один вообще. Плевать. Так, интересно, Вичи снимает эта штука. Повышения нет. Тан-та-дан-та-дан. Так, ну, я могу, конечно, туда ворваться, но... Да не бойся, врывайся, там что, два краба, один горит. Вот и все. А, я даже не загорелся. А че ты решил его убежать вместо того, чтобы... Не, я отошел, чтобы подходы потратил. Помог? Что за новый образ доната, говорит Нойзман? Речь идет о игроке Денат, который с Кариной играет, а БСП. Он вместо большого негра стал маленькой девочкой. Почему, так я не знаю. И а ты не пробовала... Так произошло. Ты не пробовала шлем надевать не на плечо, а на голову? Такой вопрос у меня к тебе. Или просто прическа портится, если ты
Конечно, там ТАФ три погоды, но три погоды шлем не входит. Поэтому. Понятно, понятно. Жалко, жалко. Тогда бы все-таки практичнее было, но. Так, за один ход я могу подойти поближе. Не могу. Лучше бить по этому, наверное. Ясно. Клац, клац. Клац, клац. Все-таки какая-то прям дичь с этим вторым ударом. Сейчас был шанс попадания 80%. Все равно не сработал. Угу. Очень интересно. Что за... Воздушный поцелуй словил. И отвернулся. Лениво ты так бьешь. Прям, ну вообще. Ну совсем. Там нет воды вокруг нас? Случайно, вроде нет. Это тень, кажись. Крутишься? Хорош. Отлично. Собираем клешни. Собираем золото. Двигаемся дальше. Так, тут разветвление. Слева засада, если я правильно помню, да? Тоже крабики там всякие. Ну, я пойду там на засаду. Там можем туда и... Погоди, только я сейчас отремонтируюсь быстренько. Да, не беспокойся. Все нормально. Все хара. Там вон норка, вот надо к ней. Прям к норке? Да, но из нее же они вылазят. Я проползу, надеюсь, они не видят, если как. Нет, нет, нет! Ай, я мискликнул. Ладно, погоди, все нормально. Я еще. Меня еще не видно. Тут же малая мерзость. Малая мерзость. Массовый слоу. Вот я хочу такую же штуку. О! Намочили Кариночку. Понятненько. Ален, спалился нечаянно. О! Так, ну я могу ворваться туда. Ну, смотри, я хотел там поджечь. Но, в общем-то, можешь и ворваться. Через какое-то время я смогу на тебя там кастовать щит. Постоянно, чтобы мы друг другу не мешали. Ты в огне такой весь. Ну, пока резистов не будет фуловых. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Хорошо. Поищем. 40% не дает вообще. В прошлый раз 20 не заморозил, сейчас 40 не заморозил. Что за люди такие, а эти крабы? Это краб people. Краб. Я могу ювелирнейшим образом портнуть ко мне краба. Нет. Поджечь все, кроме тебя. Смотри. Пыщ. Как? Где тебя там? А, по последнему просто не прошло. Да, но. Да. Так, мерзость убегает, скорее всего. Или ты его добьешь? Нет, нет. У меня ходов не хватает. Какая мерзость. А у тебя там откатилось? Блин. На. Отлично. Но не добили. Крутись. Тем более там крабы. Ты видел, как они? Они синхронисты. Да, крабы-синхронисты. Идеальная команда. Это давай, не дота не тебе. Давай, не промахнись. Покручу, верчу. Ну, дырку мы убили. Да, норку ты забрал. Сейчас слово крабам. Хорошо бы они ходили от меня и ловили все. А вот как, если у нас будет чувак с таунтом, а его не будет, кстати, потому что он в земле, то можно было манипулировать передвижением. Почему? У меня есть талант, насмешка. И наоборот, чтобы тебя окружившие люди, они потом хоп-хоп и начали разбегаться. И ты такой бац-бац. Что тебе понравится. Я знаю, что это будет немножко больно, но потерпи. Ты бы верхнего добил.
Ну, я бы добил. У него исцеление просто, потому что если ты не добьешь, он исцелится. Я не могу. А если я из руки убираю предмет, это тоже как действие считается? Скорее всего, да. Ну, тогда жаль. Очень жаль. Что, ну, не добью я его. Извини, пожалуйста. Скотина. Ну, он бесполезный, с другой стороны. Все равно у него мало хп. Да. Так, мне нужно что-то уешное и даже, может быть, пожертвовал собой. Да, кидай гранату газовую себе под ноги. Ой, хорошо. А мерзость, кстати, не откинулась. У них там такие проблемы со здоровьем. Ну ладно, мерзость надо добить просто. Отлично. О! Лук выпал. Никому не нужен. Так. Слабо. Очень слабо, крабы. Да, горит. Добит. Хватит. Дальше ты сам. У тебя один краб, который перед тобой, а второй горит. Ну, 80%, Миш. 100% по факту. Ну хорошо, еще одна изи победа для непобедимой команды. Привет, Тополь, 0.11. Они все по воде кидают молнии. Но мне БСП за это спасибо не сказал бы, это точно. Угу. О, посох воды. К сожалению, обычный. Но, тем не менее, неплохо. По дамагу. Так, дальше у нас ловушки, если помнишь. Лучше не ходить, да, вдвоем. Это первое. Одна засада будет, вот здесь одинокий скелет. Я могу с ним сам справиться. Вдруг, а вдруг сейчас вылазит босс первого мира, короче. Это каждый раз рандомно. Ну, значит, он меня убивает, а ты... Где засада-то? А ты нажал? А, я не видел, что нажим... А, вижу, все, нажимаю. О! Хорошо. Ты можешь фаербол в спину сделать. Ну, я не такой жестокий. Ну, ты по факту ты сделал фаербол в спину. Я пойду к следующему же. Да, здесь действительно можно кастануть восприятие и часть ловушек. Ну, здесь большинство ивентов проходит, проходит после нажатия. Например, там, где я гуфнулся в прошлый раз, надо просто с другой стороны подходить к этой кнопке, и все. Сейчас, аккуратненько. Сейчас все будет, пацаны. То есть одновременно тоже не нажимаем. Как-то поломалось там что-то. Да, все. Да. Ой, нет, здесь, кажется, нужно справа как раз. Проблема в том, что если ты где-то отдашься в каком-то месте, куда я не смогу пройти, не попав на ловушку, то я боюсь пирамидку даже юзать. Так, я на островке, кстати. Здесь, кажись, у нас есть сундук где-то. Только я не помню, где. Ну, альт нажимай, и все. А вот. Так, палочка, отлично. Измученная душа, наручи. Наручи, очки здоровья и отражение милишного урона скинул тебе. Палочка огненная, 64Е, очки здоровья и сожжение. Я скину тебе одну палочку на починку, пожалуйста, почини ее. Угу. Так, я телепортируюсь к тебе, можно? Да. Так, ты мне скинул палочку, да? Вот да. Здесь, по-моему, убийство будет. Так, давай-ка я просто уйду.
Обойду с другой стороны. Не-не, ты стой вот здесь вот. Оно прям убийство? По-моему, да. Ну, я сейчас проверю. Это все? Слепота. Нет, убийство было выше, если на кнопку нажать. Но ее с той стороны не стоит жать. Оно взрывается вот со всеми бочками наверху. Короче, лучше с другой стороны просто и все. Я, кстати, запоминай, какой это прожал. Ты правую прожал кнопку? Да. Центральную? Нет. Блин. Как в первый раз, капец. Но это уже ловушка, это я восприятие не прожал. Дурында. Сейчас восприятие сделаю, вдруг еще что-то увижу. Я прям дергаюсь физически, когда... О, вот, ловушка. Обезвредить. Ну, не получится. Да, так можно. Сейчас посмотрю, что здесь еще по ловушкам. А ты включай кнопки лучше. Я включаю кнопки. Вон ловушку вижу. Ладно, давай вот так сделаем. Раз. И два. Центральным нажал? Нет. Так, два, три, четыре, пять. Еще пять кнопок. Так, на мне болезнь. А где трап ты нашла-то, подруга? Подруга, как так к тебе получилось? Где? А, вижу. Нет, не применить. Ох, какая грязь. Морозный. Так, давай я подхиляюсь. Да, тут приличная вообще ловушка. Скажу я тебе по секрету. Да я вижу все ловушки, которые ты видишь. А куда ты вот так далеко пошел? So that's what that did. Так, ну и осталось три кнопки вон там, наверху. Ой, меня телепортировало в начало. Подожди, можно к тебе телепортироваться? Безопасно? Да. Окей, я лучше отойду. Да, я так дальше пошел. По пути по лестнице ловушки были, по крайней мере, да. О, черт, меня звонят. Ты никуда не иди пока, да. Сейчас я узнаю, секунду. Выключатель разрушителя, как-то мне это... Да, опасное название. Но внизу лут, внизу еще этим сундуки, и я могу... Давай я пойду, потому что у меня этот есть. Eagle Eyes! Кукла генерала разрушителя, это что дает? Ну... Посмотри описание. Может, ее в огонь можно накинуть? Так, здесь сундучок. Арбалет, саронг и яд. Так, тут ловушка. Можешь перенести просто сундук к себе. Могу. Но учитывая то, что там есть еще один сундук справа, я, наверное, лучше... Да. Сделаю все попроще. Сундук справа? Где? Там же вроде спрятан еще сундук, нет? Нет, там ничего нет, там две кнопки просто и все. Ладно. Ясно. Все, вроде открыли. Так, здесь шлем, тяжелый шлем. Тяжелый шлем. Идентифицируем. Он на две инициативы чушь, скорее всего. Угу. А саронг... Хороший вроде. А, у меня такой же. 18 очки здоровья и резисты к яду. Тебе нужен? Скинул. У меня две инициативы дает саронг. Ну, смотри. Сейчас мы идем к пирату, получается, уже. Угу. Там... Ну, также в узкий проход можно их. Да. В прошлый раз делали. Так, давай я тебе только скину на починку еще. Снарягу некоторую.
Так, так. Все, больше ничего не будет. Арморчик там еще. Ага. Так, ладно. Понтипират. Понтипират. Вспоминаем. Резисты средние, к огню, к воздуху, к земле меньше, яд фуловый. Спас броски на крепость тела чуть ниже, чем на силу воли, то есть иногда он в принципе могут действовать. Я говорю, давай поджигаем лучше здесь и отходим. А назад. Что ты, что собираешься поджигать? Ну сюда, ОЕ ты какой-нибудь стреляешь. А, ну нужно же как-то проход. Его сагрить сначала, правильно? Ну да, ты стреляй и вперед. Окей, стреляй и вперед. Понеслась инициатива у него адская. Отравлен, хп мало. Ну ко мне пирамидкой просто. Давай, кстати, отойду, да. Чтобы следующим ходом ко мне. Хорошо, пирамидкой. Давай, поближе. Готов? В смысле, можно, угу. Да? Да. Раз, и хилочку и я выщу. И за колонну куда-нибудь можешь. Я тут пока что. Я сначала регенчик сделаю все-таки. Регенчик. Ну ждем, пацанов. Тут взрывается все. Да, яд пока есть. Надеюсь, большинство из них успеет добежать. Да, вроде да, они всячьи действия тратят как раз. Этот не успеет, кажись. Он дальше остальных находится. Чуть-чуть. Ну, в любом случае, надо бы. У меня, кстати, к сожалению, горящего ничего нет. Я туда ничего не кину. Ну, поджечь это не проблема. А, парение. Парение. Угу, да. Да. А какая разница? Надо было гранат нокдауна купить, не жадничать. Там же взрывы будут, правильно? А, у меня вижена нет туда. Но я могу светляка, наверное, запустить. А ты можешь чуть-чуть на две ступеньки подняться и будет. Я хочу... Я давай лучше светлячка запущу. Могу туда еще туман кинуть. Слепота, все дела. Хотя и так там есть туман и все это хорошо. Не выбегать будет в любом случае, да? Вот зря я тебя поджег. Да, это точно. Да, надо было к углу идти. Ник? А, я не могу тушить себя, это жалко. Ну, бутылка с водой у тебя есть? Я мог тебе передать, кстати. Пузырь у меня этой штуки. А, есть, конечно. Ну вот. Ты ж... Главное, не промахнись. Отлично. Так, отойду сюда. Я могу сейчас, кстати, благодаря единству со стихиями, раскастоваться тут неплохо по воде. Я могу кинуть еще дым туда, на да. них дальше, а чтобы перед они нами... прям вплотную подходили. Да, давай, лишним не будет. Все равно туда... Главное, в нас не попади. В стекло не попади, да. Да-да-да. Ну, тоже неплохо, на самом деле. Там мало что видно. Они... Слепые, как котята. Да, они в мели все подходить будут сейчас. Что это такое? Аватар пламени. На себя, на одного или на кого-то? На себя? Себя, да. Угу. У них странно, что они, у них парение, аватар пламени зачем-то. Другое дело, аватар пламени на большее количество ходов, наверное. Сейчас фаербольчик сюда влетит. А, они горят, вот почему он аватар пламени применил. Они же от взрыва там загорелись. Угу. А что он видит? Ничего себе. Ничего себе. Блин, ты так мешаешь, конечно. Так, ладно. Бери давай. Правее. Давай вот так вот возьмем. Файер... Как видно со стихиями. Раскастовочка, все дела. Дальше я по пятому. О, вот так вот хорошо будет. Ну, уже минус половина хп у четырех. Мне отойти с дороги, тебя, наверное, пропустить лучше, да? Ну да, я, наверное, выйду вперед, а уешь, отойду назад. Так, а я тут получу... Получу... На один удар, че, такого-то. Да, пожалуй, стоит. Он мог, кстати, не увидеть из-за дыма. Но он увидел.
Действуй. А, ты можешь вообще паркадить. Влетаешь туда, ОЕшечку юзаешь. Так я что тебе и говорил, что я так и хочу сделать. А, я думал, ты подойдешь и кого-то бить будешь. А тут прям жесть пойдет сейчас. До начала вот так вот. Так. Я могу либо влететь на таране, я ОЕ сделаю. За мейн, тогда ты 3-4 можешь сбить. Или... Я не вижу, что там... Ну, проблема в том, что я там останусь. Это не проблема, не переживай, у тебя... Хотя нет, это проблема на самом деле, потому что действительно... Я лучше таран на потом оставлю. Сейчас подойду, а уешь, но я отойду. Окей. Учти, там земля... А, нет, там земля не горит, кстати, если ты до дверного проема только зайдешь. Вот до порога все ок. За порогом начинается уже горящая земля. Да, я вижу уже, но мне надо туда. Надо туда, надо туда. Хорошо. Не мне тебя задерживать, удерживать. А, кстати, еще не подействовал. Не загорелось. Да. Ну, крутись. Задеваю вообще всех. Давай посмотрим. О, 260, 270, господи, минус 2, минус 3 сразу. Минус 3. Их остается трое. И спокойно так. Ай, ну не спокойно, конечно. Ну, отошел. А как ты... А, там пар, а не дым. Угу. Ладно, ну лучник точно последний ход свой доживает. Этот вообще непонятно, что делает. Он не видит ни черта. Ну отсюда будет. Он точно ничего не увидит. Парение закончилось. Очень сильное заклинание. Да, вообще не страшно. Так, ну я могу оглушение, ты не в облачке стоишь, поэтому, наверное, можно молнией пробить. Сразу по двум пройдет. Так. Так, так, так. Мелкого пирата добить? Ладно, давай добьем. Как хочешь. Это уже действительно принципиально. Добро. Вообще, ты не оставляешь ему никаких шансов. Он мало того, что ходить не будет, а после того, как закончится оглушение, если он еще будет жить, у него будет на один удар. Понятно. Того нокдаун. Этот... Ну что ты смотришь? О, фаербол по-своему. Сильно. По себе даже, я бы сказал. Он заехал. Только молнии не юзай, умоляю. Да, это понятно. Я тут огнем добью этого, скорее всего. У меня палочка с молнией. Нет, два огня. Вообще можно было с руки хороший урон нанести. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Я ничего не буду делать. Так. Там саронг, ножик и какой-то рваный кушак. Изи. Просто изи. Причем значительную часть урона именно ты нанес. АУЕ, правильная позиция, и все будет хорошо. Сильный арбалет. Регенится еще. А дальше будут приятные штуки в виде массового замедления. Это постоянно скилл, который добавляет еще ХП. Если ты еще как-то бафы в чародействии найдешь, то... Я говорю, я сначала откачаю военное дело, посмотрю, что там дальше интересного есть. Тебе не нужна инициатива и ремесло, ремень? Книга «Выколоть глаз». Мне инициатива и ремесло? Угу. Смотря сколько. По одному? 1-2. А инициатива 2 дал тебе. Ну, я могу для крафта. Ну да, вот я понимаю, что это не боевой совсем предмет. Там сундучок же, помнишь? Да, агрессивный. Ты его можешь сразу портнуть. А, окей. Я могу его сразу на контроль поставить. Ну, то есть, сразу оглушить, например, его. Ну, лучше сначала его куда-нибудь. Хорошо, давай сюда его. Ну, он первый ходит, но никаких ваншотов. Тут максимум 400-450 он снимет. И то у нас был ниже левел, судя по всему, когда мы в прошлый раз сражались. У нас армор меньше был просто.
я-то сейчас за Вара. Ну да. Но он оглушается, у него спас бросков реально нет никаких. Я скипаю, потому что резисты против магии высокие, а физухой надо бить, короче, тебе его. А, подсечка же еще есть, да? Нет. Подсечка это у того была. Точно. О, нормальный ник. Я вряд ли его пробью. О, нет. Тяжелый тесак, одноручный. Пустые бутылки, смотри, справа. Да. Пустые бутылки. Собирай, собирай. А ты точно тесачок не хочешь взять? Слабенький, 44-75. Тут были, кажется, да, ловушки при входе, если мне память не изменяет сейчас. Одна ловушка, да, была там. Но она больше мешала, типа, если по стелсу пройти. Угу. Мы в прошлый раз лутали вообще сундук? Да, лутали. Ты можешь обезвредить просто? Нет. Я просто непосредственно... Почему? Такой... Ты можешь обезвредить же. Короче, тут записки Понти и кровавик. Нормально. Да. Весьма неплохо. Так, записки Понти. Кровавик, кто тут юзать или в конце времен? Он без разницы. Окей. Ладно, не буду пока. Он все равно мало XP добавляет, если что. Так, теперь нам каким-то образом нужно к паучихе добраться, да? Я не помню, вот только каким. А что ты пустых бутылок не собрал? Там 10 штук, да? Что мне с ними делать? В смысле, бутылки делать? Тебе же пустые бутылки нужны для крафта. Ну, возможно, да, они что-то дают. Может, их надо разбить как-нибудь, молоток, типа, плюс Я бутылка, думал, что ты эликсиры делаешь из пустых бутылок плюс что-то, нет? Не, эликсиры я делаю из колб. Флакон для зелья, который. Так, у тебя невидимость же нет заклинания? А, в начале пещеры... в начале пещеры дверь, у Понти был ключ. Какая дверь? Там только сундук. А, ну все понял, это к паучихе. А, у Понти был? Взяли ключ, да. А, все, ты не сказал просто, что... А зачем мы возвращаемся так? Нам нужно через переход в заброшенную гавань, скорее всего. Не, не заброшенная гавань. Как она называется-то, господи? Черная бухта. Все, побежал, я побежал. Ты тоже побежал. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы тут можем остаться, кстати, до конца дней. Если сейчас пробежим, то это будет ре. Поэтому я, пожалуй, возьму тебя и тактично закину. А облако разве не проходит? Нет. Ну, можем... Оно тут держится. Да? Оно просто, ну, пробежали, поэтому оно... Да. Так, и тут у нас... Или не сразу у нас тут босс? Нет, нам через кабана? Сначала. Кажется, там через вот О, этих кабана. Вот... Кабана. Тут нет кабанов. А, не-не-нет, я, да, сори, перепутал. Что-то пропускаешь, тут ничего ценного нет. Тут я бриллиант подушку... один лежит и все. Подушку взял себе. Так, после нее будет левелап уже. Это будет 9-й. Бутылка это или коктейль молотова, или гранаты на снижение брони, понятно. Вот молотова я бы понадел, я не помню просто чем. Слушай, у нее, ты, кажется, физухой в прошлый раз ее пробивал, если мне память не да? изменяет. Так у нее, кажется, с водой. У нее совсем она все хорошо. Кастит водом. Кастит водом. По воде у меня есть щиты. Есть щит. Аватар Мороза. А, нет, это Аватар Мороза, это не щит. Ой, а уже? Ёпрес, это... Ладно, освежаем в памяти. Итак, у нее... Подглушение ее по-хорошему держать, и все. Да, у нее сила воли на троечку. Соответственно, оглушение. Оглушение. Я сейчас кастую Ника, чтобы он там это, часть агры на себя принимал. Оглушение огнем я ее мочить буду тогда. Ну или мелких убивать уже тогда. Так, имеет ли смысл мне... Стоп, а сила воли это слепота тоже в том числе, нет? Сила воли случайно. Мотоочарование. Ладно, все, стреляю, короче, не буду мудрить. Пробую оглушить. Понятно.
Ладно, попробуем заморозить. У меня же по воде хорошо все. Как она заморозилась? Не, заморозка из аэротургии. А, или... Не-не-не-не-нет. Во-первых, резисты не имеют ничего общего со статусами. У человека может быть 100% резистов по воде, но он может спокойно... Да, поэтому все нормально. Это я уже 100 раз ошибался, так меня чатик поправлял, а вот в 101 раз наконец-то дошло до меня, что... Что? Пожалуй, пока не буду тогда Ника вызывать, попробую сразу по ней. На самом деле, Ник может... А, ну смотри сам, короче. Ну, первый ход-то... О, так, стоп. А, подожди, нет, стоп. Ника можно вызвать только для того, блин, чтобы попробовать на нее болезнь юзнуть. Болезнь... Ну, следующий ход мы это сделаем. Окей. Болезнь-то на крепость тела, но как бы... Там резисты где-то 65-70%. Ну ладно, нормально все. Надеюсь, на тебя побегут просто мелкие все. Ну, я в центр встану. А, ой, слабый урон, забей. Я тогда подхожу, огнем ее начинаю долбить потихонечку. А что она уже накопила себе на воду? Она потому что первая ходила. А, у нее эта штука крутилась изначально, что ли? Нет, она первая ходила. Она набрала воды за первый ход. Понял. Блин, ну не... Но меня мне плохо. Кстати. Разморозилась. Разморозилась, да. Ну они как тебе туда? Я попробую оглушить все-таки. Кого-то я оглушил, но это кто-то не тот, кто мне нужен. Ну, по крайней мере, от пауков ушел. Не хочу получать... Дамаг. Сделаем вот да. Так вот тогда. Чтобы и к нам не прошли. И... Да, давай. У нее же есть еще обилка, что она вселяется. Вот мы ни разу на нее не попадали. Нетрение, да, это будет... А говорят, это жесть какая-то. А это у ассасина была, блин, я так и не смог ее заюзать. Мы отдались тогда, по идиотски. К сожалению. По Нику? Это отлично. Ник отлично танкует. Правда, она сейчас будет ходить. Тебе? Я могу тебя хильнуть, в принципе. Да на мне висит реген, но... Проверь. Проверяем болезнь. Давай. У меня звук 61% на самом деле. То есть могло и подействовать, в общем-то. Ой. Нормально. Супер. Четверной урон просто. Четверной урон. Вы захватили преимущество. Пытаюсь оглушить. Нормально. Изи. И долблю огнем ее. Потому что могу. О, я же могу. У этих тоже, наверное, с огнем беда. Да. Птичка. Тогда делаю следующим образом. Так и из так. Верхнего. Но верхнего я не достану. Я не хочу туда, потому что там Ник еще, мало ли что. Я лучше так пройдусь. А, это... Я про этого верхнего и говорил. Блин, на нее мне не подействовало. Беда. У тебя есть бутылки на хил? Есть. Скинешь потом мне, как будет возможность. Ну, в конце боя. Ну да. Так, я продолжаю ее увечить. Главное, не подходи в... ближе, потому что она вроде в луже стоит. В большущий. Ох. Отлично. Половина хп у нее уже нет. Так, маленький откинулся. Ну, а на новых можешь вызывать. В чем проблема? Причина треска звука, скорее всего, в том, что Яндекс.Браузер используешь. Хром. Не-не-не, это я товарищу в чатике. И потому что там тестовый плеер вообще. Я думал, ты имеешь в виду, что то, что я, у меня в игре звук пропадает, это Яндекс браузер, это такое еще сомнительная логика. Нет, но это нет. Не то, конечно. Ну скипай, чего ты уже все сделал. Да я думаю, отдавать тебе зелье или нет. Не, не надо, у меня все хорошо пока. Реген висит, все ок. Ну, ок. Решили Ника заигнорить. Ну зря. Он будет бить следующим ходом. Горим.
Какой он хитрый. Чё тебе так много ходов на удар теперь? Подсейвил, видимо, после болезни, вот и все. Или не, ты, не, что нет, требуется? 5 очков действий не надо. Да, по умолчанию он два раза ударить не может, только если ты сейвишь. Там есть такая тема. Отлично, оглушение действует. Поэтому я просто продолжаю стрелять. Слабенько, но продолжаем. Что поделать? Ты можешь, кстати, добить, наверное, ее уже. Там не так много осталось хп. На пару точных ударов. Так, она это приседает, и мне курсор мигает, предлагает обойти ее, поэтому... Через Ctrl я сейчас проатаковал. А, он тоже меняется почему-то. Угу. Так, попал. Повезло. Тихо, тихо, оп. Хорош. Коготь морского паука, одноручное оружие, лук, амулет, балахон и опять дага. Черт возьми. Опять никому не нужная дага. Ой, не то сделано, ладно. На. О. Переграждаем путь, мастер. Да нет, я мне стрелять по нему. Блин. Но я попадаю, попадаю нормально. Так, хорошо. Книга навыка «Путь ассасина». Клинки наголо. Медный амулет. Тут все под ассасина, под прошлого твоего вот персонажа. И вообще лол, потому что это хорошие эти. Дела. Надо поговорить с дамой. Ты говори пока, я в идентификации позанимаюсь. Опознавай, да. Если тебя успокоит, дага была не очень. О, балахон. Ловкость очков здоровья много. Ловкость-то не нужна. Амулет тоже на ловкость. Офигеть, просто выпал сет на этого, на... Ассасина. На ассасина, да. Оружие, балахончик, амулетик. Ну и лук еще. Класс. Так, ну мы возвращаемся в город, можно поговорить с этой Селенсией. Должны дать нам немного. Можем... Нам надо дальше в озеро идти, чтобы пещера кто-то читает заклинание, чтобы озеро анлокнуть. Mm-hmm. Потому что я хочу вылапнуться до похода на этого товарища. Понятное желание. Теперь по мейн-квесту на магичку источника предательницу. Господин Нуб тоже. Так, он на следующий трай оставит. Ничего не дали. Я надеялся на то, что она нас похвалит хотя бы, что мы тут. Так, ошейник Сэму возвращать вроде как можно. Но мы не умеем с ним говорить, и вроде как... Да. Не удастся. Я не умею читать стихи, я не умею. Да, огненного босса мы убили. Уже убили. Еще один лучок неопознанный. Он еще нового уже нет. Томатос. Давай, освобождай мне эту торговку. Ты так сказал. А, у него снова дофига жратвы. Снова закупаемся. Мне надо рецепты всякие какие-нибудь получить. Там яблочные пироги, еще что-нибудь. Тыквенные пироги. Наверняка это можно все скрафтить. Так, где там еще у нас фришная плита, ребят, напомните? Потому что в таверне, по-моему, платная. Как бы забавно это не звучало. А, у этих, по-моему, у скелетонов за городом. К зомби-торговке на пляж, чтобы сразу
чтобы левел еще раз как раз к ней. Мы были на этом левеле у нее. К ней надо прийти как раз после левелапа. Сейчас к ней не имеет смысла идти. У нее просто нет шмоток толковых. Так, у этих чуваков тут мельница, по-моему, а не птичка. Я обознался. О, ничего себе. Нет, не перерыв, ты что? Есть какой перерыв, есть кидка. Нет, у нас так времени мало. Потом. Надо. Ты сейчас дома или в офисе? Нет, я в офисе. Так давай, ты готовишься, я через минуту приду и сразу на тебя телепортируюсь, двигаемся дальше, хорошо? Окей, а зачем ты мне телепортируешь? Я не понял, но ладно. Пойду искать печку. Где фришная тут духовка? На маяк? Зачем? А, можно чуваку сдать, что ли, квест этот будет? Что мы, типа, нашли его женушку. А, точно, они объединятся там между собой. Я вспомнил. Все, я готов. Не звучало, а маяк у нас где? Маяк. По-моему, над орками вот здесь, вот этот, бежать от заброшенных ферм. Хорошо. Это не заброшенные фермы. А зачем на маяк, я не понял? Квест дать, мы же двух призраков собрали вместе. А, тому мужику, я понял. Ну, можем разделиться, я сбегаю до него, это не проблема. Дальше-то что? Дальше? Свиток нужен. Я хотел поготовить сначала. Поготовить? Повара на складе убить, да. Может, на гавани была где-то еще печь? Чуваки, есть ли у вас печь? Что вообще за бред? Нельзя использовать печку. Вот они воссоединились. Опыт. Так, ну что, мы действительно раскаялся. Да, давайте, прости, если сможешь. Состраданием. Хотя я не уверен, что сострадание... Да, сострадание лучше, чем бессердечность в данном случае. Сострадание крит дает. Угу. Так, я пойду с гробовщиком поговорю. Он все расскажет. Yes, the past is the past, my darling. Let's go forward together now, hand in hand into the next life. Сейчас мы же так спыда, да. А, я тпшусь к тебе. Что делаешь? Его бы очаровать, запугать, уговорить. У меня запугать ноль. Да я могу очаровать с четверочкой. Так а как я? Ладно, я с ним поторгую, типа, и закрою диалог. Попробуй. Не работает. Удачи. Тогда очарую. Очарование один. Здорово. Да, не в то ты ввязался. Я проиграл, скорее всего. Ну, естественно, там 10 раз выиграть в камень-ножницы, это задачка. Дневник заберите на первом этаже. What? Дневник, говорят, можно у него забрать. Все, лутай похорону. Пока я с ним это. Ну ладно. Все. Enough of that now. Эй! Что, он полез драться, что ли, уже? Ну, понятно. Ты уверен, что... Ладно. Я не был с ним знаком, но думаю, что его смерть особо... Та-ра-та-ра-та-ра. Опа, пора резать город, что ли? Несколько раньше, чем... Хорошо начал, кстати, да. Ну, все. Вы спрашивали, когда будем резать город, вот да и... Да не, они никому не расскажут. Никому? Думаешь? Надо дверь закрыть. Да, все равно, это, зашли тут, это, скажем, тут труп, это же гробовщик, морг, все дела. Да. Так и было все так здесь. И было, так и было.
Едут ребята. Крутись уже, давай. Блин. Вот лучше не играть с незнакомыми людьми в камень, ножницы, бумага, потому что как бы не знаете, чем это все дело закончится. О, это нокдаун? Ё-моё. Читер. Анально. Хорошо. Ой. Оглушение. Ой, ты как красавчик вообще. Причем мы не оглушены, а он как бы, да. Надо перед тем, как кидать гранату, смотреть, что по сброскам. Нет, оглушение прошло два хода, на самом деле. Просто все оглушились. А, и оно быстро понятно. Да. Ну, хорошо. Вот и все. Бывает. Что у нас здесь? Экспы дали. Гвозди там наверху. О, журнал. Читаем. Более того, совершенно не важно. Капитан и Вильям продолжили доступ к телу без моего ветра, трубни. Понятно. Подозревает. Так, давай только сейчас опять же сделаем лицо кирпичом, чтобы... Да никто не знал вообще, что... Ну, дверь только закрой. Да, дверь закрыть. Не, знаешь, что мы сделаем? Сейчас... Мне надо сначала закрыть. А потом я еще... хотел тела спрятать просто. Нет, это долго. Давай лучше по основному квесту. Не, я так и сделал, смотри. Изи, там же бочек хватает. Или ты сжечь все хочешь? Breaking Bad, смотри. Нужна из пластика тазик нам просто. Кислота. Нет, через дверь не пролазит, ладно, пофиг. Отлично. Идеальный убийство. Теперь это заброшенный дом. Куда идти? Расскажи мне, пожалуйста. Мы узнали, что забрать могли только Сесил, капитан Эверлинг. А мы пробирались... Обвинение можно выдвигать. Нужно теперь Эвелин обвинять. Эвелин? То есть к ней в дом пробраться, да? Типа? Да. Ну, я побежал в домик. Вижу ключ там еще. Дверь закрой, дом сожги. Да. Что ты там делаешь? Такой звук странный. Ключ от шкатулки. А как ты... Через какой подвал ты проходил? Там ключ же есть от этого. Ключ от шкатулки есть. Где ключ лежит? Расскажи мне, пожалуйста. Я пока... Под ковриком. Где? Под ковриком. Смотри, что я сделал. Под ковриком или под ведром? Ну, там что-то лежит, в общем. Но там ключ не от двери. Вот в чем дело. Как это? Ты от другой двери пробовал? Да. А, ключ в лечебнице вообще. Помнишь? Я там все брал вроде уже. Нет. В лечебнице Толерона. Ну, пока БСП бежит за ключом. За ключом на 32 мы сейчас. Им-то все можно открыть. При своем желании. А теперь стража будет проходить, она просто не увидит, что там двери есть у этого дома, и пройдет мимо. Что там происходит? А, ты... Я продолжаю выламывать двери. Не такое ты... появится все. Там дверь скоро, да, выломается. Все, можешь уже открывать. Все, испортил. Вот надо было тебе... Нет, ты можешь продолжать, конечно. Мотивация не та. Секреты свитков беру. Эй, открой дверь. И шкатулку лутает, блин. Я заклинание взял, открывающее вот это вот. Дневник прочитаю. Угу. Свитки. Так, а Робертса читали. Скину тебе две атомки. Да вижу. Кипарик. Лидерство, очки здоровья, не восприимчивость к слепоте. Я беру. Вообще класс.
И палочка еще. О, 68! А, немота еще! Ай-яй-яй-яй-яй, слушай. Это топич-палка. Живая вода. Класс, класс. Куда идем? На пляж? Я на пляж пошел. Это у нас статуи стражей. Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам. Зачем тебе на пляж? А, ты открывать дальше? Да. Заклинание прочитал? Да, так и есть. Мы с тобой на самый-самый верх ходили в этот рай или ассасином ходили? Не ходили на самый-самый-самый. Ну там, где, помнишь, еще заброшенная избушка какая-то была с ловушками. Не, не ходили. Надо будет сходить после этого. Говорит, что там дверь догорела сама. Все, so nothing to do here, все. Миссия выполнена была в конце концов. Читаю. Скоро левелапчик. Я смогу заклинание прочитать новое. А ты уже купил книжку за годом? Да, да, я жду. А, ну тогда погоди, я в Северные ворота. Или ты партнёшься со мной? Какую книжку купил, я не понял. Я думал, ты книжку купил, но что-то уже. Ну ладно, неважно. А, это вообще здесь. Да, это слабенький товарищ. Я думал, там это пещера с этими... с озером. Нет, сейчас будет в конце босик. Сейчас давай орки. Орков минуснем все-таки. Я могу орков обыграть вообще на язычах. А зачем, если они XP дадут? Потому что могу. Ладно, обыграй, а потом их все равно уроем. А, не-не, погоди. Что? Гениальная идея. А я все уже, я очаровываю орка. Изи просто, раз. В два хода очарование. Га-га-га-га-га. Два, все. Ты готов их? А, ты забаррикадировался, да? Так скажи, как будешь готов, они пойдут по команде по моей. Мне нужно еще ящик нужен, но он далеко. Все, забей. Все, они пошли назад. Бьем тогда их? Не, подожди, ну надо ж... Зачем? А почему он один? А почему один он? Их же трое было раньше. Ну вот, они исчезли теперь. А, видимо, из-за того, что путь не просчитался из-за коробок. Из-за твоего обуза получается, да? Вот так вот. Я тоже знал. Может, они все сзади? Это стандартное количество орков. Мне казалось, что их 4, говорят, 5 там было. Да. Там крови много. Но лучше за угол уйти, по-хорошему, чтобы лучники подходили нубасы. Они стреляли. Такая баррикада. Что делать, босс? Я могу взорвать баррикаду, но это ж, ну, жалко, конечно. Ну взрывай, они ничего не могут сделать. Пыщ! Вот это да! Вот это урон. Бедные орки, 6 левела. Господи, они так молоды. Еще не вкусили всех прелестей жизни. Приходится гореть. Ой. Хитрый какой шаман. А что ты туда решил не влетать? Такой вопрос. А другим негде идти теперь. Эй. О, ну это залет. Так, у них же к воздуху ничего. Вид релиф. Нормально. Нам, кстати, за этих никчемных созданий дадут левелап. Вот после твоего удара. Ай-яй-яй, нет, не хватило. Почему ты шаман это не достал? Достал. У него мало-мало-мало КП. Это замедление, вот в чем проблема. Я мог снять его. БДЧ.
Вот он, левелапчик. Пыщ. Ты там, кстати, рискуешь. Рядом находясь. Кто ж туда стрелял? Кто ж не зарезистил-то? Ладно, зарезистил. Отлично. Зелье лечения, кстати, ты мне скинул, как хотел. Как очень хотел. Да, давай я накрафчу лучше сейчас. Если у тебя грибы есть. И грибов нет. Но у меня... Я подобрал сейчас пару зелий лечения. Может быть, и не стоит. Эй! Не пугай так. А, я лава не получил. Лол. А сейчас думаю, что бы мне вкинуть. Окей. Вообще могу гранату с гвоздями сделать пару штучек, наверное, это будет неплохо. Точнее, не пару штучек, всего лишь одно. Где мои книги? А, вот книги. Я изучаю живую воду. Мега навык, мега. Будем постоянно юзать. Тебе он очень понравится должен. И что-то я в огне должен был. Или мне девятый, кажется, для более дешевого фаербола, да. Нужен. Так, если мы соединим молоток и пустую бутылку. О! Отлично. Я потихоньку буду их кайтить сюда. Погоди, ну да, я докрафчу быстрее. Не, ну а, они же все равно должны толпиться здесь, помнишь? Лучше не лезть, а... Так, а как к нам дверь-то открыть, ё-моё? Как-то дверь открывается. Так, ремесло, надо надеть мне шмот. Или здесь какой-нибудь рубильничек, может, есть? Ключ, говорит, сзади. Я что-то не помню. Так. Сапёрный. Как замораживающую грену, интересно, сделать. Может, надо пустая граната и бутыль с водой? Как вариант. Нет, нельзя так и сделать. Пустая граната и бутыль с маслом. Нет. Пустая граната и медузник. Экспериментатор. Пустая банка и медузник. О! Вот так вот. Медузника у меня было много. Ну, короче, с грибами можно тоже гранаты делать, оказывается. Так. Не переживай, все по плану. Все по плану. Рыбная граната, может, можно сделать. Любопытство их погубит. Бомбы с картошкой, интересно, можно сделать? Интересное оружие. Я могу просто картошкой закидать их. Ладно, пожалуй, присоединюсь. Да нет, рано еще присоединяться, честное слово. Сейчас я отремонтируюсь, я имею в виду. Да-да-да, не торопись. Они пока подойдут, там еще туман. Кто-то замедлен. Надо, чтобы покучнее все было. Ставь гранаты и сущность воды. Сущность воды хотел оставить для резистов просто. Давай проверим все равно. Скорее всего, это какой-то тир следующий. А, нет, смотри-ка. Окей, есть сущность огня. Необходимо ремесло больше. Тебе спасибо. Так, ща, погоди, я... Да не торопись, опять же, они только-только подходят. Ну, ты это... Ты тоже давай аккуратненько.
Как приятно, что ты заботишься. О, сотрясающую гранату научился делать. А вот это действительно неплохо. Это я даже не могу сделать все равно еще. Ладно. Ну, гранат накрафтил я вроде дофига. Никс, удали прикольно. Сейчас мы еще левелап тебе сделаем. У тебя будет еще какое-то время для... А уже левелап. А, уже есть левелап? У меня просто полоска экспы вся прошла. А уровни... А, ну вот, дали только способности, да? Да. Ну, 4 штуки, кажется, уже дают. Угу. На 10-м, кажется, будет навык. Я продолжаю пока в военное дело вкидывать, чтобы быть более максимально полезным. Как-то так. Самое главное будет с боссом, который справа над входом. Так, я все готов. Серьезно? Да. Это круто. Тут два человека осталось. Дожигаю. Блин, они на границе радиуса видимости. Можешь не подходить. А, это ты весь... А, нет, я думал, ты весь пал. Ядовитый нет. Слизень, он, в общем-то, один, максимум два хода поживет, если переживет. Ширяев, ОВ Ширяев спрашивает, как дела? Хорошо, надеюсь, у тебя тоже все замечательно. Сегодня понедельник, день был продуктивным. ОБСП, к сожалению, час очень поздний уже. Сейчас час поздний, поиграем. Все, сам видишь, все сам. Ой, ё-моё, сам себя. Сам себя. Надо живую воду делать почаще. Очень хорошая штука. То есть дождик, потом живая вода. Может что-то типа замедления, заморозки. И переходить к другим школам. Так, тут, кажется, много лута еще будет. А кто там еще живой, что-то кто-то есть? Конечно, два человека, три. А, о, я... Ты пять там еще человек. А, смотри. Да, сверху. Я еще удивился, что ты как-то не успел. Ой, я посмотрел вроде наверху, никого не увидел. Но, видимо, типа, вижена просто не было и все. Так что, да, тут... Чуть отойди, потому что они рейнджовые. Думаешь? Ну, я ник и до вызова все дела. Давай. Как работа над сайтом, в сентябре все будет ок. Нет, не к сентябрю, а в сентябре, пока по плану у нас релиз. Ну, можешь зайти. Да, к сентябрю осталось два полных дня, на самом деле, поэтому. Бету мы запустили 23 числа, 22 августа. Можешь зайти на beta.goodgame.ru, залогиниться, посмотреть, как там что работает. И если будет фидбэк, то пиши на beta@goodgame.ru. Или там даже в Skype можем добавить для более тесного общения. Подлечился, гад. Да, народу много. Жалко, я не смог сагрить их всех на старте. Наверное, надо было что-нибудь засамонить. Какая куча там хорошая была. Неплохо. Парам-парам-пам. Может, реально мне чародейство выучить, хотя бы первые левелы заклинания. Там же экзорцизмы,
Баф на урон. Но мне же так кастовать нужно. Мне на все действие может не хватить. Жалко. Просто я смотрю, что тебе этот баф 30-40%, он был бы прям сверхполезен. Учитывая, сколько дамага ты сейчас заносишь. Все будут хиляться, по-моему, в этот ход. Не полностью, но будут. Подсвечник мастерски отравила. Надо было действительно алтарь отстрелить. Почему-то думал, что он от огня уйдет. Видимо, у него резист клевый. Машине ХП просто много. Бедный Ник. Отравлен, понижен, заморожен, проклят. Эй, атака. Возможности не сработало. Но он догорелся. Да. Так, а партнёшь у... дальнее сюда как-нибудь, да? Да, без Конечно. Проблем. Достану. Тебе прям его под нос, да? Ну да, чтобы я по ним правый ешил. Я не могу, к сожалению, ничего сделать, кроме вот этой темы. Поэтому... Да и хватит. А, вот так вот, что ли? Хорош. Такой ваншот был. А, там еще она лежит, лол. Я думал, она уже умерла. Где лежит? Кто лежит? А, все, вопросов нет. Вопросов нет. Попробуем. Вроде попадает. Попадает. Подбегаем. Специально, чтобы тебе было... Неудобно, да? Пика-пика. beta.goodgame.ru. Бета уже открыта, доступна, без пароля. Раньше был bad.goodgame.ru, а сейчас бета. Там и чатик работает, и трансляция работает. Там много чего работает. Так, надо сейчас Лутать. Потому что тут сундуки есть. Еще много для крафта элементов. Бутылки пустые всякие. Кузнец своего счастья. Тоже читаем. Надежный. Свиток резуректа есть. Кузнечное дело, ремесло, пояс. На всякий случай скинул тебе. Ремесло плюс один, а у меня пояс есть для крафта, который плюс два, по-моему, дает. А нет, ремесло плюс один, ну тогда я его заменю на вот этот вот. Здесь вроде бы все. Я пойду аккуратненько к той подруге. Аккуратненько. Мы ее закидывали в прошлый раз к себе. Она самонила. Узы у нее, резистов нет практически никаких. А у тех людей, которые она будет вызывать, к огню, кажется, резисты неплохие. Но я предлагаю также ее закинуть к тебе вплотную. Угу. Ну подходи потихонечку. Все. Я готов. Ну, так, надо посмотреть спас-броски у нее. У нее 4-4, что по крепости, что по силе воли. Пробивать можно. Пробовать. 60% будет резистить. Ну ясно. Давай попробуем. Это свое. Не, ну нам же отступать чисто. Надо будет просто. Да. Окей. Ну, я думаю, 4 хватит, чтобы заблочить проход. То есть ты же партнёшь за проход, в общем. Наверх? Вряд ли. Нет, ну я перекрою, ну ты сможешь портнуть сюда к нам.
Ну, а, ты хочешь это сделать? Да какая разница, она засамонит и все. Ну и вот и проверим. А я могу вот так вот делать? О, могу, отлично. Блин, не хватает, по-моему, немножечко. Ладно. Опасно, опасно. Так, ну тебе это надо ее засамонить за ведра, как ты понял. Я понял, но, повторюсь, оно особо не поможет. То есть она вызовет там, где засамонится вот это все. Скажи, куда ты, кстати, засамонишь, чтобы я Ника вызвал. Я прямо между нами вызову ее. Между нами? Ну, чуть ближе к этим, к... Окей, раз, два, три. Ну, если кто-то появится за этими бочками, может, и сыграет. Сейчас посмотрим. Особо негде просто. А этот за, этот тоже за. Ну, двое из трех за. Окей, оковы более не действуют, хорошо. И огонь. О, дэмэдж! Да, план был хороший. Да, но, к сожалению... Так, попробуй болезнь сразу на нее, вот с этого начать. Я начинаю с вот этого. Ну, с... Да, имеется в виду, да, все верно. Я могу кинуть заморозку, чтобы потушить? Все. Или воду вообще кинуть, чтобы потушить? На самом деле, мне не мешает огонь вообще нисколько. Единственное, что ник будет взрываться периодически, но... Я могу кинуть на всех нокдаун, в том числе на вас, ник, и на себя. Что у меня по скорости? Вообще на всех. Подожди. Нет, я по крепости тела не пройду, я буду лежать. Ты лучше бей ее тогда и все. Оглушение могу кинуть на всех. Мочи ее, короче, просто. Окей. И все. Просто бей. Можно с АУЕ начинать. Да, я могу на самом деле по АУЕ пройтись. Но, наверное, имеет смысл ее уронить все-таки. Ну, вероятность не такая высокая. Процентов 35 у тебя будет на успех. У нее четверочка по крепости тела. Так, всех задеваю, в принципе, практически. Давайте попробуем. Так, так. Главное, меня не задень. А, ты меня задеваешь? Так, это... А при чем тут задеваю? Я АУЕ по... А как так получилось? Кто-то взорвался. А, тигр, наверное, взорвался от смерти. Скорее всего. Я понял. Ну, у нее не так много хп осталось, кстати, как у меня. Так, у нее к огню нифига. Я ее буду... Благодаря единству со стихиями мочить просто тупо огнем. Вот и все. Это раз. Фаербольчиком можно пройтись. Или палочка огня какая? 64, неплохая. Вода у нее как? Вода хреновая. Ну, в смысле, хорошо у нее вода. Ну, я тогда фаербольчик закину. Правда, по нику попаду или по тебе? Не, не попаду. Это два. Я выпью бутылек еще, чтобы прям... Прям вот нормально, чтобы все было. Взорвешься сейчас. Нет. Но на 6-го левела тут все есть. Сделаем так, чтобы ей некуда будет отступать. Что он сделал? А, он вызвал еще одного скелета. Ну, чтобы совсем было тут дискотека. Блин, а вот это было больно. А, она это лечится лечит, еще. Господи. Она лечится. Ой, а, хорош! Ты думаешь, я туда не попаду, что ли? Ладно, я сейчас справлюсь. У тебя замедление должно быть... Хотя инициатива не меняется от замедления. Так что ты по-прежнему первым ходишь. И такой врыв на троих. Пдыщ! И она падает вот, тут же. Пдыщ! Троих вот не получается. Ладно, на двоих. Ну ладно, на двоих. Главное, ты можешь надо, ворваться. Надо выцелить. Надо я живую воду не скастовал точно. Такое хорошее заклинание, не пользуйся вообще. Реально, у тебя будет там в жизни там 1000+. И хил еще при этом на разницу по здоровью. Все равно мне не хватает ударить один раз. Да, она это... и так может умереть, посмотри. У тебя же дэмэдж наносится при этом. Да, но я хочу по всем троим пройтись, я вот почему. Ну, давай подумаем, как это лучше сделать. Ничего, что они все умирают на следующий ход. Не переживай. Все умирают на следующий ход? Это как?
Ну, странно, что когда я чаржу с нее, она мне не показывает, что я задеваю скелета. А, вот это очень странно, конечно. Что произошло сейчас? Ну, все упали, все умерли, видимо, из-за того, что она умерла. Ну, она умерла просто, видимо. Нет, они не умерли, они лежат. А, да, лежат. Но мне не показывало, что я их накрываю. Ладно, баг какой-то, видимо. Жуть. Просто жуть. Вода, вода. Даже самой не вызывает самона. Прикольно, если бы тот вызвал тоже самона, как матрешки начали плодиться. Ну ладно, не все умирают. Кто остался-то? Да вон лежит. Один, да. Нормально. Шипик, сори, раскатали. Джейк рассказывает. Все рассказывает. Ой, мы все выполнили. Так, давай-ка я лучше хил буду через реген теперь делать. В первую очередь. У тебя же за косарь сейчас здоровье, да, должно быть? Угу. Отлично. Надо чаще такое делать. Так, ну здесь лутать тоже можно. Можно и будем. Шкатулка. Так, дага опять, будь она неладна, блин. Дага. Амулетик магический. Магический. Неплохо настроилось. Сундуки. Амулет. Ловкость и интеллект. Интересная такая комбинация. Да, очень странная комбинация. Ну, хотя нет, это этим ассасину на самом деле идет, потому что аэротургия же еще у них есть. Поэтому... Ассасину, короче, пригодилось. Так, ну я вроде все. Хорошо, тогда мы движемся в сторону... А, мы, во-первых, можем сходить по торговцам, потому что левелап получился. Лол, можно же это удивить, подсвечники было. О, арка. Не может быть. Я пойду соберу... Осторожность и храбрость. Пику, говорят, тебе предложить. Тебе не нужна пика 8125? Да. А что дает? Здоровье просто. Сколько? 15. Ну, у меня лучшее оружие. Я скину тебе. 130-ка и 26 там. Атаковать столько же очков, поэтому... А, может... А, погоди, у нее рейндж атаки, может, больше? Дально 6 метров. Да, на 2 метра она, слышишь, дальше бьет. Слышу. Попробую ее заточить сейчас, посмотрим, сколько она мне урона в итоге даст. То есть рейндж-то неплохой. Так, какие-то книжки есть, друг. Беру самосожжение. Какой-то радикальный. И аватар пламенем. Слушай, отдай денег, а? Сколько? Ладно, не нужно пока. Я провокацию могу взять, чтобы ко мне все бежали, но не уверен, что это хороший вариант. Предлагаю портнуться в конец времен, чтобы открыть
какого-нибудь нормального. Это хорошая идея, потому что действительно можно получить свитков побольше. Так у нас разные школы, я боюсь. Я не помню, где именно военное дело, но не уверен, что там... Хотя военное дело с огнем уже вместе обычно, нет? Да, военные... Не знаю. Не знаю. Мы на крайняк можем вырезать город, если что, вдруг пойдет. Это всегда есть такая опция. Так, пойду заточу пику только пока что. Пика-пика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. Военное дело у капитана. Да, я знаю, что у капитана, но у него нет нужных спеллов, я там все знаю уже. Пики точеные. Нифига себе ты где бродишь. Опять точить пошел. Угу. Я думал, ты на площади. Думал срезать. О, нам же дали еще амулет, который сила и очки здоровья. Амулет просвещенного, ты же за него убьешь. Почему ты не хочешь за него убить? А? У тебя есть амулет просвещенного? У меня есть какой-то амулет. Просвещенного? 134 дамаж, теперь пика. Понятно, значит ты без амулета на силу и здоровье остаешься. У меня сила и очки здоровья сейчас. Старый медный амулет воителя. Ну сколько здоровья? 50, да, больше? 16. 16? Да. У меня есть 50. Окей, неплохо было бы такой заиметь. Да? Так, 26, 130, 134. Попробуй пику реально поставить тогда. Ладно, я тебе скинул амулет. Благодарствую. Сейчас таким плотным станешь. 50, так. Понимаешь? 50 к базе. Я к торговке пойду. Хотя, на самом деле, торговка мне особо не нужна. Я готов двигаться дальше. Давай тогда в конец времен заюзаешь кровавик. Давай. Портайся. Здесь. Юзаем портал огня какой-нибудь там. Юзай его. Вот здесь вот. Прям здесь? Угу. Ну, я не помню, имеет ли смысл, как бы, имеет точнее разница, юзать его здесь или нет. Слушай, я потерял его. А нет, не потерял. Так, и дальше. А, эти. Вот. Так, это мы видели все. Элементали огня, земли, воздуха. Что? Огня. Огня, хорошо. Да, верно. Ну, огонь у меня есть, конечно же. В идеале, конечно, нужно открыть. По крайней мере, три. Древний дневник. Да, военное дело здесь. О, взрыв! Взрыв. Так, очищающий огонь еще есть. А вот я не помню, я брал очищающий огонь? Не брал. А сколько я могу на третьем учить? Или элементали огня. Короче, я беру сначала взрыв, БДИщ. Ты пока пообщайся с ним. Угу. Кажется, все-таки три на адепте могу юзать. Самосожжение. А, это я не посмотрю. Вау, пыщ, пыщ. Уже этим владею. Шквал ударов. Заморозки глушением. Какой у нас левел, Миш? Девятый вроде. Да, девятый. Вот. Смерч уже есть. Провокация не нужна. Воодушевление уже есть. Такого боли. 15 левел, мастер. Ярость. В состоянии ярости шанс 100% жить. Что делать-то?
Шанс критического урона, шанс попасть в цель минус 25%. Короче, смотри, какая тема. Если ты чародейство взял. Делаешь на меня восприятие, делаешь на меня шанс на крит, я встаю в стойку, которая шанс на крит, правда, это минус мне 20% попасть. Благословлять еще тебе нужно. Да, юзаю ярость, это плюс 50 еще урон, но минус 25 попасть. Ярость вообще какая-то идиотская тема получается. Но с другой стороны, полежачим мы всегда будем попадать, да? Мне просто больше нечего изучать. Окей, скинь косарь, пожалуйста. Либо провокацию, либо... либо ярость. Да, провокацию возьму, наверное, все-таки. Отлично, да, провокация хороша. И косарь. Угу. You've returned, my brilliant friend. What is it that you wish to know? Ой, метеорит еще есть. А, такой, ну это потом, потом. Лич, а, лечение ран не то, дикое пламя. Я элементаля огня беру вместо тумана. Он действительно... действительно хорош. Так сделаем. Все, теперь я повелитель огня. Никто меня не остановит. Погоди, секунду, а сколько я вообще могу изучать это военное дело? 4 на уровне адепт. И 1 на уровне мастер могу выучить. Да ты что? У меня на уровне адепт 3 и мастера 0. Так. Но спелла на мастера просто на другой уровень. Очень, акула очень боли. Интересно. Прикольно, я могу акулу боли делать, это же тема. Да? На 15-м левеле, правда. Поехали. Ладно, я возьму ярость. Чисто for fun. Посмотрим, как это сработает, но... Предлагаю идти на босса на финального. Да, еще как раз ярость. Изучу. Давай. А где он, кстати? Не понял. Такой лол, вот это ярость, иконка выглядит так же, как воодушевление, просто они разная маленького... под иконка, короче, у меня метка отличается всего лишь. Вообще не увидел. Если будет шмотки на Fire Resist, я бы взял. Проверить Fire Resist. Да, да. Я буду начинать просто все сражения с того, что вокруг все взрывается, и понеслась. Единство со стихиями, резист плюс 25, потом взрыв и пш-пш-пш-пш. Сейчас, погоди, я быстренько сейчас продамся, запашусь. Запашусь. Запашные. Запашусь. Сюда вообще имеет смысл бежать? Кажется, сюда имеет смысл бежать. Я не помню, как... Опачки, забыл про вас, друзья мои хорошие. Кто это такие вообще? Кто вы такие? О, там точно. Вот, наверх надо сходить сначала. Там эти же. Как скажешь, просто я не помню этих упырей вообще. Грибы какие-то. Да-да-да, вот нам туда надо. Давайте, нападайте, ну баса. А, да-да-да-да-да-да-да. Угу. Там тупичок, но какой-то квестовый тупичок, да? Или просто с лутом тупичок? Очень сложно ты проклассифицировал это, но да. Именно так. Блин, реально надо было врываться на молнии, а потом в самую гущу. Да уж. Ладно, еще не поздно и справиться.
Я могу врываться. Да, не надо пока. Я хочу. Я... А, вот так. Да, да, да. То есть тут как бы не просто так. Я говорю, не надо. А я не в бою, кстати. А ты горишь. Ты горишь не в бою. Если тебя устраивает такое положение дел, why, как говорится, not. Блин, только вышел из окна, сразу в бой меня портнули. Ну, шмыга, это сам, ты сам выбрал свою судьбу. Очарование? По мне. Не поддается донат. Так, сгорел. А, вон там еще ребят. Да, они просто ко мне бежали. Так, хорошо. Ой, вообще найс. Нойс. Вообще тут все взрывается. Грибы. Не грибы. Но нужны форезисты. Че там вообще, какие ребята? Да, уже мертвые скорее они. Не скажи. Да, чисто в прикол проверим дамаг. Давай, если попадешь. Так и с скиллами-то попаду. Ярость. Да, увечья, например, сделать. Да, урон плюс 20. А это урон... Плюс 50. Плюс 50. Давай. Еще сверху чародейская хрень. Вешается на сорокет и все. Возможно, урон был... А, нет, он обычным под дым. Ну, 214 это неплохой, в принципе, урон. Слушай, ну ты мне тут, конечно, совсем не в тему стоишь рядом. Я должен взрываться. Неплохо. Я повелитель огня. Забыл, надо говорить постоянно вот это. Давай, подходи. Можешь не подходить, забей просто. Ну зачем? Зачем вот эти вот лишние движения? Он и так минус. Ну у тебя же грубиян сработает. Да ну... Water of life. Еле выжил. Ну, поэтому и нужен резист. Что тут тяжело нулевым так такие темы делать. Так, я скину тебе наручи, пожалуйста. Посмотри там, что как можно привести в порядок. И армор тоже тебе скидываю. И саронг. И кипарик даже скину тебе. Спасибо. А нет замок, навыка типа зомби, чтобы тебя хиляло за огонь. Но если резисты будут плюс 100, будет хиляться. Плюс можно сделать навык после пятой пиротехники в талантах. Зачем ты мне саронг скинул? Ну, он вроде как требует починки, нет? Саронг, по-моему, вообще не ломается. А, окей. Практически никогда. Я шлем смотрю, у тебя интересный. Шлем? Да, у меня шлем отличный, спасибо. Что, может, поменяемся? Ну, скинь мне, пожалуйста, для начала мои предметы. А, не, погоди, какая у тебя сила вообще? Сила слабая, 5. Да, тогда меняться нет смысла, на. Тогда я, другими словами, я тебе верну твои предметы. Да. Красавчик. Просто красавчик. Так, окей. БСП стал тянкой, как так? Ну, есть методы. Угу. Можно цепануть оттуда что-то, да? Ну, сожги это. То есть мы действуем напролом, да? Ты же повелитель огня. Можешь взорваться даже. Я отойду. Не, потом это все дело тушить не хочется. Я лучше буду заклинаниями гасить. Ну... Так что за навык на 5 пира? Ну там навык, что типа ты становишься невосприимчивым к... Там...
цель вне зоны видимости. What? Не подходил очень близко. Я помню. Не, не могу ее телепортировать пока что. А сейчас могу. Вопрос только ку... Да прям к себе вплотную просто все. Там это стоит штука. Ладно, попробуем так. Понятно. Там-пам-пам. Хорошо, стоим. Тектоник какой-то. Или индийский танец. Закрыто. Какие мы все-таки с тобой не очень, а? О, вот это хорошо, что у тебя издалека так. Ничего себе. Лук. Шапка. Кому они нужны? Миниатюрный рубин. Дорогой. Там еще лежит книжка чародейская. Да, но... Вызов воина нежити. Да, это не нужно. Мы до него не апнемся. Ладно, забей. Скипаем и идем к... А куда нам, кстати? Через что? Через старую церковь. А почему там чекпоинт определился? Ну, мы же там не были. Но мы там не были еще. А, окей. Так, то есть нам нужно спускаться и выходить через... Ок. Есть аватар молнии и юзай. Аватар молнии не воздушный щит, к сожалению. Кажется, у меня нет защиты. А нет, невосприимчивость к электричеству. Томатный соус. Угадай, как делается томатный соус. Томат плюс молоток. Нет? Ты знал. Ты знал. Серьезно? Это очевидно просто. О май гад. Так, а что томатный соус-то дает сам по себе? Кстати, ловушек будет много, ты помнишь, да? Взрывы, все дела. Включение сопротивления ядом плюс 10, неплохо, кстати. А где я портаюсь? Ну вот лучше аккуратнее здесь. Здесь псы выкапывают. Я не помню, стоит ли нам вообще копать... Да там сундуков, по-моему, не так прям, чтобы супер что-то прикольное выпадает. Да. Да, может быть, и стоит скипнуть, учитывая то, что... Давай проходим тогда дальше. По одному только проходим. Угу. Чё стоишь? По одному проходим. Ну ты уже горишь просто, тебе нечего терять. Давай, ты охерену. Интересно, интересно. Теперь можно идти. То есть агрим того... Ты зря так тпшишься. Орка сначала наверху, я думаю. Ну, подожди, тролль, во-первых, пишу. Огра или тролля там. А во-вторых, нам к нему, чтобы пройти, нужно этого психа убить, вон он. Mm-hmm. Помнишь, который самонит своих упырей? Но я могу их взорвать на расстоянии. Ну, я думаю, тоже смогу, но он 8-го левела, между прочим. Ё-моё! Окей. Отходи и убегай. Просто буква К и уходишь. Просто. Я взорву гранаты просто. Какое взорву гранаты? Вокруг яд, масло. Это может быть цепная реакция минус 2. Я отойду и взорву. Да я сам могу запустить эту хрень. Тебя не тронут, скорее всего. Да, скорее всего, не работает. Короче, просто ливни, все. Прошу тебя, ливни. Просто отошел и убежал из поля боя. Потом смотри от моих глаз, если тебе хочется посмотреть бум. Очень. Капец. А че их так много, их когда не было? Да, в том-то и дело, что в прошлый раз вроде было только пару таких паков. Пирамидкой можешь на меня. Кстати, да, это хорошая тема. И подожжем просто все. И светлячком, да, ты подожжешь вокруг да, нас да, да. Радиус. Давай пирамидкой ухожу. И... Линию светлячком такую. А на светлячка-то не хватает, блин. Но они не добегут. Да? Скорее всего. Скорее хотя всего. Бы, хотя бы что-то где-нибудь, какой-нибудь радиус сделал, чтобы они обходили, допустим, справа только. Справа точно не добегут.
какой радиус? Ну, какой? Блин, на городе они же через огонь не побегут, они же... Ну, нет, у меня ходов на светлячка. Я лучше отступлю. Да, ну, не светлячка, чем-нибудь еще. Ну, хорошо, давай, отступай, отступай, тоже хороший вариант. Отступаю, это хороший вариант. Блин. Хотя добегут... А, нет, не добегут. Странно. А че он не взорвался? Ну, а че, он еще не добежал до меня. Че он в яде, у него горит фитиль. Нет? Ничего. Нет. Это не так работает. Это же не горение на нем. Фитиль горит, это разные вещи. Mm-hmm. Ну Белок. Все, отдыхай там. Сходи за кофе пока. Да. Я пока посмотрю, мне там в скайпе кто-то писал. Разбудишь, когда там наш ход будет. Окей. Кстати, хорошо, что они в этот раз появились в таком количестве. За них же XP прилично будет давать. Если они взорвутся, по-моему, нет. Кстати, можешь дочка вставать, но тогда никто не взорвется. Я не помню, если мы их взорвем, дадут ли XP или нет. Или за взрывы их вообще не дают XP. Если они сами убьются, это точно не дадут. Смотри, чтобы у тебя не полетела игра после этого. Мы их всех взорвем. Угу. У них, смотри, еще иконки разные. У кого-то там шапка золотая, у кто-то без шапки. Ну вот, это разные просто. Вот они проницаемые просто, их взрыв скелет с шапками. Дадут, говорят, экспо, если мы взорвем. Если так что сейчас, вот сейчас будет бум. Big bada boom. Ну, кстати, они не взорвутся хором. Всем. Ну, тут такая цепная реакция, что, может быть, и большинство взорвется. Так. По яду, потом по маслу. Только те дальние и вот эти вот трое. Мне просто нечем их взрывать. Я могу отойти и кинуть что-нибудь замедляющее на всякий случай. Тут либо ник поставить, и ник соберет на себя всех. Но он сразу ваншотнится. Тут главное чем-нибудь запустить цепную реакцию. Все, любой бомбой, например. Я говорю, Нико, если портаю туда за первую волну, скипаю ход, и они все к нему бегут и... А, они... Не, нам нужно убить их. Нам нужно убить, чтобы экспо получить. Кстати, ни одной огненной гранаты есть. Нет, поэтому, скорее всего, я отойду просто, и ты взорвешь. Да, я готов взрывать. Взрывайте базу повстанцев. Я, наверное, Элема вызову. Он хиляется уже. А, ну я могу вообще увечьем, но увечье, по-моему, не взрывает их. Какая разница? Они же при смерти умирают. Взрываются, если ты их... Да? Да. Ну, могу и увечь... А, нет, у меня, короче, не, я не буду рисковать. Да, не надо, не надо. Давай. Даю. Жесть. Но не все умерли, кстати, двое осталось. Четверо. Я успел, кстати, заснять большинство. Да-да-да, я видел. Операторская работа. Все отлично. Они там дальше стоят. Класс. А там могли быть мы, кстати. Ладно, я тогда тушу, чтобы было проще продвигаться по этой всей хрени. Ты засек, сколько полоска про... Да, было где-то на 4.5, стало на 5.5. Ну, так, не сильно. Они просто мелкие, и мы по левелу такие уже папашки. Поэтому... Предлагаю в скрытный режим войти. Зачем? Там они еще есть. Они еще стоят. И чувак там стоит еще. Он в дыму, кстати. Я могу его сразу из дыма окучить. Да, хорошо. Давай я тоже, наверное, поехали. Раз... Нет, цели не, могу. Не видно. Ладно, раз, два. Блин. Ладно, сейчас будет три. Ой. Я фаерболом не достаю. А, не, достаю. Сейчас я их взорву. Давайте базу поставим. Угу. Он еще горит, отлично. Так, ну что же, друг. Кажется, кто-то зашел to the wrong neighborhood. А сейчас я мог на тебя чародейством на три очка действия бафнуть. Еще не поздно его выучить.
Так, остовочка прошла. Да. А может быть и больше. И с каждым левелом еще будет урон расти. Пушки хорошие. У меня поздний толстый саронг. Зачем ты взял его себе? Краткий зомби-тролльский разговорник, кстати. Угу. Ай, не стоит нам стоять с тобой рядом. Опять да, же тут шел. С ловушки. О, саронг, сопротивляемость огню, очки здоровья. Беру. Давай. Так, и экипарик еще. Скрытность и лидерство. Чушь. Так, тролля будем убивать сверху, да? Да. Ладно, я потихонечку за тобой иду. Скорее всего, просто через пирамидку сейчас пролечу. Чародейство на единичку бахнешь, будет шнором скелет вызывать для мяса. Но мне самонов хватит. То есть по трем школам элементали соответствующие уже будет ок. Так, будем разговорник изучать. Вдруг он там нам по... Изучи, но не уверен, что это что-то даст. Ничего не даст. Я взрываю тогда сразу. Да, давай. Я не помню, правда, что у него. Он метку смерти ставит только. А, да, которая, скорее всего, просто... Просто спадет по спасброскам. Может, да, может и нет. Благословение. Ярость, вот как раз та, которая у тебя. И вот она, метка смерти, печать смерти. Ту-ту-ту-ту-ду. Блин, хорошо. Еще увечье могло быть после удара его. Мне это не поможет. Кстати, тебе тоже рекомендую собирать резисты от огня. Учитывая фаерболы, которые уже влетают, там, АОЕ. Ну, я попытаюсь тебе помочь. Не понял. Насмешку применил, он меня пойдет бить. А, в этом плане. Так проблема, он меня все равно не убьет, скорее это убьет меня, метка. Резисты к воздуху у него не очень. Но учитывая то, что... Извините, я повелитель огня. Будет здорово, если у меня я по возможности навстречу работает. А может подействует? Это же... Блин, кстати, ярость броня понижает. Я зря ее применил раньше времени. Неторопливо ходит слизень. Так, с меня, кстати, печать уже снялась, так что все ок. А, нет, ну, раж, ража такого. Теперь мой черед, друг. 2-2-3. 65 мне не пойдет. Там здесь ты не увернешься. Я понял, я чародейство вкину единичку. Прям вот уже... Прям сейчас вкинул уже единичку чародейства, чтобы... Все, слизень там. А можно его не брать, он такой... Не брать? Правда, он прям... Прям вот хочет. Но я пойду в другое место. А он не агрессивный, я вот что-то сейчас это... Это пока. Ну, это его друг написано, так что... Я сомневаюсь, что он так просто оставит. Он пришел и стоит рядом с телом. Грустные глазки, да, наверное, оплакивает бедолага. Он как бы... Горелый. Ну ладно. Я могу его как бы объединить вместе. Могу к тебе портаться, да? Ну, вот сейчас можешь. И я иду вперед, аккуратно. Сейчас будет чекпоинт и группа. Помнишь, та довольно большая группа? Да, мы их вообще раскатаем сейчас. Конечно. С ассасином-то было не так тяжело, а с дуру чата. С
Согласен. Ой-ой. Что ты делаешь? Сори, я нечаянно. Ты меня пугаешь. Так, ну я начну с Лемона, наверное. Ну, главное зону огня просто сделать здесь было. Потому что там побегут по огню. Все побегут. Спасибо. Вообще... гениально. Давай, я тогда. А сколько подхожу. У БСП сейчас сила, выносливость, скорость и восприятие? Хороший вопрос. Сила 12, скорость 7, восприятие 7. Надеюсь, вы получили ответы на ваши вопросы. Так, ну и... и да. Просто от тебя отойду, наверное, немножко. Давай. Нормально. Ну, ты знаешь, я пока не буду вообще ничего делать. Ну, я все равно отойду. Просто сделаю бафчик еще вот такой клевый на нас. Чтобы у тебя было там 1100 здоровья, наверное. Сколько здоровья у тебя сейчас? 1220. 1133, круто. Взрывайте. Ну, а что взрывать-то? Некого взрывать. Как-то яд. Так пока никого нет в яде, зачем? Тоже отступить нужно. И сейвить ходы. Надо, чтобы они подошли. Вообще нам надо было чуть дальше, наверное. Хотя нет, нормально. Что? Слепота пошла. Ну ладно. А как он видит-то? А чё он его не видит? Сейчас вроде уже не видит. Понятно. Вот сейчас туда фаербольчик полетит. Угу. Если у меня были фуловые резисты, там соточка, я бы туда спокойно запрыгнул и все зауешил бы вместе с собой. Но еще рано. Ой, вот это плохо. Ну ладно, он все равно под аватаром, я его не смог бы никак подэмиджить. Нормально. Так что это твой клиент исключительно. Хм. Окей. Угу. А у него броня хорошая, смотри, стол. Да, он плотный. Он тут самый крутой из всей этой шарашки. Я могу насмешку сделать, чтобы он тебя не бил, потому что, скорее всего, промахнусь следующим ударом. Ну, оно так не работает, на самом деле. В смысле? Ну, сколько вероятность у тебя там? 115%. Ну, а нет, что попадешь с оружия просто. А, нет, вероятность попадания 65 у меня. А, ну ясно. Тогда да, давай насмешку. Вот, все, отлично. Так, ну я фаерболирую фаерболом. Минус нам 3. В чатике пишут, что ярость этот баф не стакуется. Ну как он заменит скорее. Что за, что за? Ну, с яростью мы не проверяли, просто мы проверяли со стойкой. Не знаю, зачем я это делаю. Скорее от безысходности. Знаете, ничего не видят. Эй, а ты как они видят вообще? Как он по тебе попал через две? Я не знаю, тут дым сплошной просто. Взрываться будем? Будем, отлично. Еще будем? Отлично. Так на нем насмешка же. Какого хрена ты на меня лезешь опять? Странно. Но он к тебе в результате повернулся, ну а толку-то? Если он ударил тебя огнем немножко. Да. А у Яшечка пошло. Мимо. Не самый удачный вариант, конечно, того, что сейчас происходит. Потому что вероятности вообще отстойные. А где Банша вообще? Она умерла после взрыва. Остались те, кто остались. Я могу человек. Тогда поехать наверх. Да, давай, к лучнику куда-нибудь или к этому, к третьему. Мы фуловые, поэтому... Он ко мне, может быть, побежит даже. Ну, он даже если добежит...
кто добежит? Петка, сказали. Да не трать ты все ходы, но... Поэтому. Просто когда ты стоишь на огне, тебе прям хочется... Хочется все, все, что у тебя есть по огню, заюзать. Так, ярость у меня еще не спала, поэтому 55 на то, что попаду просто на это лоу. Наверное, стоит стойку отключить. Да. А, вообще у меня как бы увечья, могу сначала по... Они какие-то там плотные. Плотные. Да, у него еще с руки удар серьезный. Напоминаю. Это же с головой. Медленный зомби. Безголовые, быстрые, но... Фигово выходит. Бедолага. Что это? А что, что он не протак... Ну, он без головы, что-нибудь. Ну, какие-то хоть у него ориентиры должны быть. На что он реагирует? Кого он атакует? Так. Ребята, скоро босс, главный, с тремя боссами. Пойду я к этому. К лучнику, да? Кстати, я мог так близко не подходить, у меня же копье теперь. Фейл сделан. Ладно. Вообще непонятно, что они делают и зачем. Они считают, что я сильнее. Главное, чтобы босс в подвале вас не ваншотнул в начале. Ну, там огнем, да, он... Мы, во-первых, должны изначально разделиться с БСП. Хотя бы, чтобы под АУЕ не попасть. Ну и там АУЕ не убьет полностью. Учитывая количество ХП, все-таки. Но можем с Амоном нормально сагрить просто в этот раз. Я думаю, надо огненным элементалем просто его сагрить. Да? Причем огненным элементалем прям вплотную к нему, чтобы он его сразу увидел. Угу. Потом надо определить, кого из оставшихся боссов в первую очередь надо минусовать. Ну-ка. Проверил. Не очень. 52, и это я ярость еще не включил. Прикинь. Да, тяжело. Тяжело. Ну, видишь, у тебя выбор. Либо ты в стойке обилками стреляешь, либо ты бьешь ударом, например, по людям, которые, ну, без стойки или лежат. Получается, надо стойку вовремя юзать просто и все. Вот это удар, я понимаю. Это тема, 175 с руки. АУЕ не убьет полностью, цитата Чумандер. Не, рисковать, проверять мы точно не будем. Это 100%. Просто в прошлый раз я поймал АУЕ, и у меня сняло половина ХП. Хотя, что я особо не... Не было у меня там каких-то резистов, ничего такого. Так, ну давай на боссе закончим сегодня как раз. Блин, давай босса все-таки убьем, а? Ты чего ну, там? Ну, я про что-то и говорю. Да, убьем да, босса да. И... Вот, это хорошее завершение, а то в стиле русских сериалов ты хочешь там почему закончить. Русских сразу как раз рассказывают, кто убийца, и потом уже... Самые первые серии потом раскрывают. Нет, то, что ты сейчас назвал, это Коломбо по такому принципу работал. Там сразу в начале каждой серии показывал само убийство, и ты заранее знал, кто виноват. Потом, как бы, смотрел, как Коломбо выводит его на чистую воду. Mm-hmm.
Да, обыгрывай их, очаровывай. 0-0 очарование. 5 против 3. Изи. Изи просто, понимаешь? Изи. 2-0. Бобер в сухую выигрывает. Мы потрясены твоей бобриностью. Я свой арбол начинаю просто. Наверное. Ну, помни, там подмога еще будет. В тот раз мы выходим на это. Я пока не врываюсь. Подожди, не двигайся. Сейчас я стою на месте, конечно. Я вижу, но не вижу, правда, у них. Сейчас подойдет пятый и будет попроще. Она там по скрипту ходит подругам. Блин, далеко. Ладно, хрен с ней. Здравствуйте. Я тут вообще не при делах. Догорают люди, просто догорают. Никаких диалогов. У нас ты просто не в бою. Я не в бою. А ты в бою? Нет. Никто не в бою, просто люди умирают. Подмога, подожди. Что случилось? Я сейчас спрячусь снова. Откатится фаербол, разберемся. Так, ну следствие ведут знатоки, как вы видите. Ты шумный маг-убийца просто. Что тут произошло? Что тут произошло, ребята? Непонятно. Давай. Как раз она подошла. Мне только откатилось. Сейчас прицелись. Ну я тут задену только троих. Кстати, если на зрение можешь себе шмотки надеть, и еще больше издалека как бы агрит, и они также будут тупить. Экспажи? А, кстати, мы экспу не получили за них реально. Как не получили? Потому что мы не в бою были. Нападай, короче. Все, теперь в бою точно. Не было фаербола, ничего не было. Да-да-да. Они умерли естественной смерти. Слушай, тут амулет буйвола, его, говорят, можно объединить с саблей. Тоже такой уникальный. Ты сможешь это сделать? Да, какая разница, любопытно же все-таки. Ладно, я покажу, пока они подойдут, наверное. Да, давай. Изи. Подойду немножко сюда. А пока БСП ждет. Блин, не могу. Могу. Работаем. Я повелитель огня. Даже разлетелся, по-моему. Так, отступаем. А, нет. Опа. Эй, воу-воу. Девушка. Полегче, ребята, вот чего, ну? Это были последние слова повелителя огня. Не-не-не, все нормально. Эти трое обречены. Они не знали. Вот ты разбирайся там с этим, с ножичком перочинным, с чуваком. С молодым сектантом. А я добью оставшуюся группу. А, ее на продажу. 3к голды стоит сабля, между прочим. Вот тебе еще дополнительная мотивация. 269. Ой, добро. Да, я схожу, ну. Да, я схожу. Да, блин, ты это самое. Ты хочешь погореть тоже? Да. Хорошо. Мы вместе пришли, мы вместе уйдем. Окей. Так, этот все, этот почти все. Я, кстати, не горю. Ты не горишь? Окей. Как-то так. Такая классная штука, конечно. Я попробую с этим, с восприятием, с бафом. У тебя есть бутылек восприятия? Мы тогда секретку сможем открыть слева. Mm-mm. Точно? Точно. Ну, признавайся, честно. Точно. Ключ от дома гробовщика. Пустая книга чародейских навыков. Бронепейзаж. Хорошо.
Пам-пам-пам. Мне нужно будет подчиниться еще. Ну. Ключа нет от этой штуки? Ну, мы не все открыли. Нет, ключа от этой. Ключа пару... где-то есть он. Так, какой-то ключ подобрал. Сложные замка вообще два, можно было его взломать. Может, трупы пообыскать? Или по всем прошелся? А, вот, ключ от ворот церкви должен нести. Угу. Так, хорошо. Я попробую так пока с восприятием. Может, девяточки хватит. Не, не получается. Здесь вроде должен быть. Ой. Ключ я нашел какой-то. Не знаю, чего, но мало ли что. Ту-ту-ду-ту-ду. Сейчас посмотрим по бутылкам. Может, все-таки где-то завалялось. Завалялся бутылек с восприятием. Один с восприятия нужно для того, чтобы... Вот что такое? Определи, пожалуйста, вот это. А ты тогда пока что почини вот эту вот штуку. Угу. А я определю... О-о-о! Фуловый доспех. Ну, я не хочу тебя расстраивать, конечно. О, и пика еще. Угу. Замедление. И сапожки, то есть сапожки. Урон. Урон ее не очень. Хотя тут плюс урон с землей идет, вот в чем. Но это надо возвращаться и ее затачивать. Так, а доспех чего? А доспех не очень. Да. Можем на самом деле вернуться в город для того, чтобы взять бутылек и открыть еще секретку. Они же наверняка продаются, а там, эти бутыльки. Там мы же забьем. Да, можно забить. Какая разница, можем вернуться в любой момент сюда. Тут реально лайфхак, на этот Тейрон продают бутылки, которые фиолетовые. Да, это понятно, что можно купить, просто спускаемся. Так. И до левелапа осталось еще совсем немного, блин. Торопимся мы. Ну, ничего, мы... How will we deactivate it? That cultist must have used some kind of spell element. Сейчас могут XP еще дать. Да, конечно, дадут. Вот, смотри, сколько крыс. I'm beyond King Brachus. I'm 700. Маловато будет. Так, ладно, какой у нас план? Я вызываю огненного элементаля для того, чтобы сагрить его. Плюс он, возможно, привлечет на себя его ауешный вот это вот скилл. Угу. Злопамятность. Злопамятность. Ясно. Все прощения должны быть. С Богом, аккуратненько. Я вправо хожу, правда, я не знаю, как я смогу сам этого ядовитого, но физуроном буду его валить. Вопрос, кого валить? Вот в чем дело. Ну, я ядовитого пойду. У тебя сколько резист на яд? Никаких резистов у меня на яд нет, скорее всего. У меня 12. А, у меня тоже 12, ладно. Я готов вызывать, ты готов? Ну, я пойду справа сразу. Поехали. Сагрился вообще? Да. Нет. Да твою ж медь, что ж ты делаешь-то, скотина? Abandon mission. Ты должен стрелять по нему, он не видит этого. Ну а что он делает вообще, вот это вот? Хрень. Это он по КД кастует. Я понял, хорошо, я тогда дождусь и стрельну по нему, так и быть. А, подожди, мне же еще нужно подготовить... Кого мы будем первым убивать? Огненного, наверное, я буду первым убивать, да? Ты смотри сам. Да. Мы можем делиться, можем не делиться. Но если мы не делимся... Не, мы делимся, мы точно делимся. Прям точно делимся. Блин, огненного, ладно, огненного. 52 вода.
58. Ты бери воду, в любом случае, водой всех ты можешь бить, по-моему, здесь. Кажется, да, это более универсальная хрень. Я сразу к этому, где кристалл появится. Ладно, я пошел, вызываю и пробую убить. Сразу давай, стреляй. Ну, стреляй, Миша, блин. На. Все, пошел. Слушай, я могу по нему работать. Погоди, этот... Стой, твой ход сейчас? Нет, его ход, он вызывает и стреляет по мне. Все мимо. Нет, попал разок. Это мог быть ваншот, кстати. Если все попадает, то это где-то косарик. Я бы тогда... Я бью эти, они все равно рядом со мной. Эти. Я даже... Я не в бою, кстати, Миш. Слушай, я могу, например, огненного элементаля пойти к огненному и встать, например, в огненную эту хрень. И... Понимаешь? Я не в бою. Я понимаю, да, это хорошо. Это хорошо, что не в бою. А, теперь в бою. Я просто пойду вот к этому красавцу. Чтобы он тебя хилял? Да, в надежде на то, что у него нечистый физушный урон. А ты можешь на парню пройтись просто там. Я летаю, я элементаль, блин. Так, хорошо, теперь вспоминаем резисты. У этого минус вода. Все, в общем-то, я тогда тушу просто. Тушу, хиляюсь. Я Ника вызову пока что там. На следующий ход. Кристалл лучше бить магией, кстати. Да, но кристалл я не уверен, что надо сейчас за кристаллы браться. Ну и вообще, в принципе. Этот воздух вообще. Так, сейчас погоди. То есть главное, я пока бить не могу. Я могу типа огненного, но он далеко. То есть мне ядовитого нужно бить, к сожалению. Угу. К сожалению. Да, хил я накину сейчас, все в порядке будет. Замедлю его тогда. Хил есть. У него что по силе воли? 4, блин. А больше-то ничего не могу. Он, кстати, всегда стоит тупит прежде, или нет? Когда мы бьем его сородичей. А вот мне кажется, что нет. Потому что... Он бил. Раз он стоял, тупил. Смотри, заморозочек. Давай, подчеличи меня. Хотя бы немножко, я подержусь еще. Вот ты скотина, а. Ну, на самом деле, мне вот поэтому лучше работать. Я бы подкайтил вниз, на самом деле, в этот. Отступать бы начал. Чтобы максимально их развести. Чтобы у нас была возможность, если что, там, не со всеми сражаться. Тоже ходит. Так что я отступаю потихонечку. Подкайчиваю. Мне что делать предлагаешь? Ну, смотри, можешь, во-первых, к Купырю постепенно обходить. У меня есть куча гранат. Ну, можешь туда попробовать что-нибудь контрольное кинуть. Учти, что... Не, на самом деле... Ника вызвать. О, Ника, в любом случае, Ник. Нет, Ника направо на яд вызывай сразу же к Купырю. Может быть, кто-нибудь на него обратит внимание. Будет хорошо. Вот. Я, наверное, просто огненного буду на себя выманивать и убивать. И все. А наш Лем некоторое время может... Ну, короче, нормально все. Главное сейчас... Я тоже пойду обходить тогда потихоньку. Да. А здесь я просто делаю замедление на этого... Делаю ли я замедление на него? Делаю. У него сила воли, крепость тела, фигня. То есть я замедляю, скорее всего, его... Из жезликов просто накидываю ему с бонусом из-за грубияна. Раз. Изи просто. Uh-huh. Два и немножко подкачиваю. Просто отлично. Норм. Следующий ход его добиваю. Элем-чик. По ядовитому, наверное, имеет смысл. Да, надо зарядить вот так, подойти поближе, может, он сагрит что-нибудь на себя. Да, заморозка на нем, кстати, была. Но она не... Ой. А, я могу пойти кристалл убивать какой-нибудь. Я мечусь, в общем, да. Хорошо, этот пока не дойдет. А ником проверь, у кого на крепость тела... Понятно. Ты бы он не дошел.
Но я окей, хорошо. Unsummon, что ли? Страх? Страх на Ника, Ник бесстрашен. Так, ну... На самом деле, можешь и ввязываться даже. К этому подходить к упырю. Погоди. Или... Сейчас такая аркада будет. Ну, а, давай. Не докидываю нормально. Чтобы была аркада, я не могу докинуть нормально. Так. Ну давай, аркадим. Попал, хорошо, оглушен. И два хода оглушения. Ну, упырь твой клиент, короче говоря. Угу. На следующий ход. Я этим занимаюсь, продолжаем. Может, в один ход я его убью? Убил, хорошо. Дальше, наверное, буду кристаллы мочить, правильно ведь? Потому да, что правый. Все равно... Ж... Там... Да. Треть. Резисты у него только против воздуха, поэтому кристалл уходит быстро. Ты немножко отхайте, потому что там к тебе идет этот барон. А, я что-то про него забыл совсем. Чуть-чуть вправо уходи просто. Думаешь, вправо? Ну, ко мне. Типа, окей, обходи. Хорошо. Подставляй как можно ближе его к королю, браку. Наверное. Хотя можешь и бить этого, как хочешь вообще. А, не хватает в любом случае. Окей. Этот, в тебя пошел. Он медленный. Савчик. Так, а ну, этот, кстати, оглушение спал. Разморозился. Да. Ну ты помнишь, что у него урон хреновый, ХП у него меньше, чем у всех остальных здесь, поэтому он вообще может умереть с трех твоих ударов каких-нибудь. У меня ХП, наверное, 600-700 должно быть. Так, ну давайте, Аркадим. Отлично. Так, на два хода мы можем выпить зелье телосложения. Так, ну, мне бароном заниматься? Да, смотри сам. Ну, до кристалла ты все равно не добежишь нормально. Сейчас, секунду. Все-таки так. У него влага, поэтому огонь сейчас на него не очень хорошо будет. Ну, это единственный резист, который у него есть. Поэтому я не... Резист, который есть? Ну, который минусовый, имеется в виду, есть. Mm. Остальное все у него... Хорошо. А, на него не действует сопротивляемость, которую... Я думал, он на всех испугался. А, окей. Увечья. Ой, хорош! Это с таким криком еще, да? Там... И под зад ему. Так, ну... Работаю по барону, ты иди тогда дальше, это... Да хорошо, да, налево пойду. Просто, блин, 50% попадания к лоу. Ну стойкой, выйди из стойки и все. Ну... Давайте вот так сделаем. Угу. Как ты думаешь, нокдаун у него сработает, нет? Там 4-6 на скелете. Поэтому не сработает ни на кого тут, соответственно. Ну, и... вероятность меньше, около 20 и меньше процентов. Я не помню, что есть что. Ну... Тогда гэмбл. Окей. Надеюсь, он к тебе пойдет. Так, я лучше подлечусь, потому что у того может откатиться этот, эта обилка скоро. Фаербол, да. Я не достаю. Сильно причем не достаю. Для кого, да... Кристалла? Да, кристальчика. Мне придется бежать, ну, бежать, еще раз вот бежать. Вот просто бежать, блин. С перебежкой до следующего укрытия. Mm-hmm.
Окей. Кружение мы сделаем. Что это такое? Вечи. Красавчик. А, ну ты жесты эти узнаешь уже. Я понял. Ой. Ой, это кажется оно. Нет. Нет, фух. Ну ладно, у меня все равно там резист плюс 25 огню еще. Так что... Норм. Правда, я горю. Нормированный это все-таки. Попробуем, может сработает. Как горшки разбил, но... Стоп, а кристаллов здесь только два? Мне казалось, что их там больше, нет? Ну, я два убил уже. Ну, точнее, один я убил, когда я вне боя был. Все, понял. Я могу кинуть на этого, пока дым, чтобы он по тебе не мог атаковать. Ну... Да и в этом нет потребности. Ну... Я думаю, что надо сейчас просто взять, убить кристалл. И потихонечку... Блин... Жалко. Как снимется аура пустоты, уже смотреть. Сила воли. Это тоже спас броски дикие. Я ничего не могу сделать. Могу только на рандоме 2% попробовать его замедлить. Ну, это да. Какие там к этому вероятности? А, у него просто... Ой! Три хода. Я минус три хода. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, проблема. Хьюстон. Фух, хорошо. Лежа, трудно. Короче, надо сначала... Блин. Надо убить сначала барона, потому что он какой-никакой контроль дает. Ох, спасибо. Как же здорово. Я могу подойти и консту еще увеличить, чтобы мы пожирнее с тобой были от таких вот штук стрёмных. Угу. Потому что вот так вот пол хп на три хода, не дай бог, повторится. Я предлагаю все-таки дым кинуть на него. Давай. Я вообще ничего сделать сейчас не смогу. Ну, ничего, может быть, это и к лучшему. Ну, да, ты отходи, хиляйся там. Как раз живую воду сделаем. Так, а у меня бафф на телосложение почему-то пропал. Что странно. Ну, ладно. Да, ты горишь, ты горишь. Сейчас аккуратненько, сейчас все будет. Не беспокойся. Это вроде как надежнее будет. По хп сразу плюс 300. Я отойду, чтобы не дай бог. Он такой, оп, вышел. Здрасте. О! Имеет шанс защититься от эффекта 88%. Неплохо. Ну ты с бароном один, я там ничего не смогу сделать. Я просто не вижу его. Ты исправишься сам. Знаешь, шанс удара там успешный. 40%. 99, 174. Короче, так. Я пытаюсь сделать вот так вот. Блин, 48 там подойти еще нечего было. Ну, ладно. Отходи дальше. Лучше. А зачем? Или в дым, ну чтобы хотя не было чего. Да, я уже готов, в общем-то. А, ну окей. Хил откатился. Сейчас дождик. Хилочка, я его танковать буду. Вода минус 50. Сейчас попробуем тогда зарядить в него. Вот. Вот так вот. Хорошо.
Что, у него один ход всего лишь? Какой-то странный он. Хорошо. Ну, присоединяйся. Потихоньку. Он вряд ли упадет. Я его подхилял еще. Мне выгоднее с рук по нему бить. Просто брать и бить. Не выдумывать ничего. Вот так, может, еще заморозим, но маловероятно, посмотрим. Если а хватит нет. ходов. Норм. А, ну, это все. Все, короче. ГГшечка. Пацаны, easy win. Причем могли дождаться 10 левела, могли закупиться предметами, могли, но не стали. Просто по скиллу. 6 очков не хватит в любом случае, поэтому... Ты его разморозил. Ну он что поделать, он от любого урона размораживается. Сейчас еще 50% как по замедленному будет. Отойди на всякий случай, вдруг он фаербол скастует. Окей. Ну, чтобы мы не рядом стояли. Я просто не хочу с лужи отходить. Так, в рамках лужи я могу двигаться. Он вообще никакой. Замедленный увечий, это, наверное, у него там 3 очка действия есть и все. То есть он, в принципе, даже обилку использовать не может. Его жалко. Это не поменялась у меня вероятность, что подошел на... Ну, стойку убери, какая разница. Так урон, Миша, урон. Ну, лучше какой-то хоть внести. Вообще, мне можно выучить тебе там плюс 30 точности, но это в другой школе. Пиамантия, да. Да. Это совсем другая история. И на последних хп у нас ваншот, это было бы, конечно. Да? Себя лечит полностью? Нет, не получится. Две заморозки, понимаешь? В аэротургии заморозка и в гидрологии заморозка. Все отлично. Работает. Давай. Красиво. Что это? Что ты сделал? Говорю, у него каждый удар, он огнем восстанавливает себя. А, я понял. Ну, отдай мне ход, я добью его хоть. Понятно, да, давай потратим еще бомбы, чтобы добить. Это какой-то вообще странный левелапчик. Ох, сколько... Магический. Ручный топор брака я беру, пожалуй, его себе. Лутайте. А что там за топор, расскажи. 77137. Уже неплохо, плюс так. Плюс 1 сила. Очень хорошо. Плюс 16 сопротивления огню. И все? Ну, да, на самом деле не то, что прям супер. Ну, лучше точно, после... чем у тебя. Ну, на 2 урона. Я посмотрю после заточки, как он будет себя вести. У меня что-то игра подвисла. Ты можешь сейв сделать? Я не хвост, я не могу ничего делать. А, все, отпустила вроде. Это автосохранение, видимо, было. Или ты сохранился? Сейчас сохранился. Так, ну, давай-ка быстро идентифицируем. Резисты фигня. Палочка воздуха. Очень хорошо, очень хорошо. Шлемак тяжелый. Очки здоровья 23 просто. Но это не весь. Еще один тяжелый шлемак есть. Я тебе еще даю. Лидерство, ношение доспехов плюс 1 и невосприимчивость к слепоте. Это хорошо. Скину. Вижу. Вот уже в тему пошли вещи. Ну, по крайней мере, по классу. Другой вопрос, что они не прокают нифига. Все? А, ну лап, кстати, дали, лол. Да, Олег, кстати, основной... Можно скорость прокачать, будет очков действия плюс 1. Беру. И 3 навыка. Ну, короче, следующий стрим будет вообще такой прорывной, потому что я еще возьму заклинания, которые будут бафать тебя.
У тебя новый двуруч, новый эквип, и мы отомстим этим оркам во втором городе уже на второй трансляции, на следующей трансляции. Я надеюсь, по крайней мере, на этом. Я все еще думаю. Сейчас я в город. Ладно, давай. Да, что? Город. Ну, я хочу заклинать. Ну, хотя ладно, да, давай перенесем. Тут просто много интересного будет на старте. Можно переварить. Ну, вот просто здесь у портала начнем. Окей. Круто. Скорость 11. У нас шлем одинаковый, что ли? The way he spoke about our forebears was horrific. Что ты с таким? Странные эмоции говоришь, я даже не знаю, не могу подобрать слово. Что? Ну, озвучка прикольная у персонажа. Это ты разговаривал сейчас. Ну, значит, у Кариночки такой. Так комментирует она. Романтичность и прагматизм. Ну как, топор как вообще выглядит, если его надеть? Большой. Тебе нужно... Ты не хочешь пол поменять снова? Потому что девочка с двуручным топором — это какая-то... Самое то. Прохладная вообще. Нереалистичная. В японские игры не играл. Ну да-да-да. Там полный реализм. Я полагаю. Ну хорошо, спасибо большое, БСП, тебе за все. Надеюсь на то, что следующий стрим у нас будет... Скоро. Артемий 007 поддержал ваш канал на сумму 419 рублей. Пока. Долго думал, чтобы написать. С Новым годом. Да, пришло 420 рублей, как раз когда БСП ушел, не говорить ему про это. Запись сейчас поставлю заливаться на YouTube. Хорошего вечера и, конечно, спокойной ночи.